Так, ну что, всем здорово, ребят, чуть начинаем. Сейчас Варди, наверное, сетку делаю. Так, все, Варди говорит, сетка окончательная, типа. Я вижу, что Вердос здесь даже есть в сетке. Ну, просто будет ли он играть или нет, я не знаю, конечно. Полуфиналы по очереди, говорит Варди. Так, давайте искать. Ну что, Вердоса посмотрим с Дэми Лафти сейчас. Блин, а как Вердос вообще на Корее-то играет? Я чуть не понимаю. Здорово всем, ребят, кто недавно подошел. Сегодня у нас такая программа, в общем-то, не очень насыщенная. Варди Викли. Вот, и далее ХЗ, что там будет вообще. А, далее я вообще хотел в кино сегодня с женой сходить вечером. Вот, так что, наверное, сегодня, ну, не будет ничего больше. Да и там и нет особо турниров адекватных, которые можно постримить было бы. Так, какой он сервер? Да, текущий регион Азия. Ну, хз, что-то они на Азии тут запилили все это дело. Мне кажется, странным, блин. Открыты у меня фильмы. Так, спрыгаю в игру. Ну все, поехали Вердоса, ребят.
Так, ну все, здорово всем, ребят. Вердос против Деми Лав играет. Но я посмотрел всю там информацию, которая была. Вот. Текс, ну что же, пацаны. 17-я хата Гаспулу Деми Лав. Вердос на разведку просто приходит. У него пилон гейт гаснейк с киберначика стандартный. Ща я врублю пинку, у меня 370 просто. Я не знаю, сколько у Вердоса. Может, какие-нибудь программы используют, как Блай там говорил. Какая-то есть программа пинг снижает вообще. Так, 5 здесь, короче, дронов уже у Деми Лав. Третья пошла, Вердос пока не видит. Надо посмотреть бы третью, да, вот заметил третью хату. Ну и все, все понятно, можно уходить. Дома Твайлайт, я вижу. И пробочки подстраиваются. Точка сбора в один минерал, чем-то хотя бы вот надо со второго некоса чик в другое просто поставить направление, и все. Будет ок. Здесь робу пошло. Такая странная какая-то стенка. Если честно, на этой карте можно поставить пилон, сделать здание, и здесь два, как бы, и проход будет здесь, пилон сзади. Вообще, зачем делать стенку с пилоном в ней, я не знаю, как бы. Вот. В принципе, если прессовать тебя не будут, то пофиг, как бы, с другой стороны. Плюс сюда еще один гейт можно запилить. Хотя нет, тут сзади гейт, пожалуйста. Сюда можно еще один пилон, проход шире будет. Ну, в любом случае, для, от Беллингбаста опаснее, да, как бы вот эта стенка против Беллингбаста. Она стремнее здесь. Одна, все на одном пилоне, во-первых, во-вторых. Он спереди стоит, получается. Так, здесь Деми Лав решил залететь. Увидит Даркшайн. Увидит, походу, смотрите, очень тут на грани все. Сталкер, конечно, старается. Пью. Опа, в последний сек увидел, не знаю, успел прокликать или нет там Деми Лав. Он похож на пилон, он, кстати, мог не успеть прокликать, я не уверен, как бы, если честно. Но у него уже спорка есть, как вот на мейне на второй, на третий только нет, и глэйв делает, собственно говоря. Ну, в принципе, по этому билду не сильно важно, заметили там, не заметили все это дело. Так, ну попытка тут дарками что-то сделать была сейчас от Вердоса. Ничего он не сделал, собственно говоря. Кстати, можно сзади бы за призмой было бы проследовать и попытаться там архонов на морфис словить, но нет, тут как бы не нашел Деми Лав, вот они сверху. Сейчас сюда забежал бы на халяву просто. Когда первых архонов зерк ловит, это такой вообще фейлос просто жесткий происходит на самом деле. Призма летит назад. Сейчас Деми Лав поймет, что где происходит. У Вердоса плюс 4 гейта. Это 8 гитов. Пуш еще с имморклами тут будет. Вообще без третьего Нексуса. Что за бред, кстати? Почему без третьего Нексуса? Деми Лав, кстати, лимит-то неплохой. Еще вот сейчас 10 дронов. Может, уже пора бы начать строить, я не знаю, боевой лимит какой-то. Но 10 дронов хорошо. Сейчас, на самом деле, третью раскачают. И можно там газ добавить, например, еще. И гидру начать штамповать. С гидрой уже можно попытаться отбиться. Но с другой стороны, чаржа архоны, чарж зелки плюс архоны против гидры, наверное, неплохо заходит. Но лучше слепо заходит против гидры, на самом деле. Здесь Вердос как-то кривовато разменивается. Может, пинг, я не знаю. Да, кривовато, ничего не теряет, но поля, много полей сгрызли, получается, там ему
юниты. Через несколько секунд чаш будет готов. Делки ускорятся, да, вот они ускоряются. Адепт сразу нагоняют и обгоняют. Есть два архунчика, плюс еще один третий морфится. Эти бесполезцы, 140 всего хп, ему ничего себе. С такими демеджинами архонами пушить-то стрёмно. Ну и вот я не знаю, насколько успешен этот будет пуш. Беллингов нету, демилав, как бы. Ну, посмотрите, у него королев гидры, собак, как бы. Позиция у него хорошая здесь, захаты, посмотрите, какая. И плеточка еще есть. Вердос надо выманить, да, как-то из захаты оппонент своего сюда. Вроде как подвыманил, но я не понимаю. Что-то на мую Верди идет вперед, и это катастрофа, ребята. Это здесь Зерк отбивается, по-моему. Как на мую Вердос так пошел, я еще не понял. 33-43 по боевому, и третьего Никсу нет. Видите, третий есть, там хоть можно подстроиться, перейти как-то в экономику потом. А здесь двух баз, как бы, тема идет, и... Демилав решил, что камни пора пробить. Камни-то да, неплохо было, он хотя бы плеткой тыкать их там, я не знаю. Опять пошел, крип Вердос тут забирает, чтобы вижена лишнего не было. Варпы все новые и новые идут, архончиков добавляет побольше, делков, а еще архончиков. Демилав решил, пока ничего не происходит, пробив я камни, чтобы удобнее было туда-сюда бегать. Действительно будет удобнее намного бегать туда и сюда. Так, архонов уже 6 штук, правда, что-то Вердос 4 вперед с тобой берет, странная политика. Но зато зелков мало, очень мало зелоков, ребят. Ядра королевы сражается, плетка упала. И морглы, конечно, колбасит не слабо. Сейчас еще дотекание придет. Кстати, архоны-то давят, ребят, архоны это такие пацаны, которые могут давить. Демилав уже вынужден дронов брать, еще вот этот был в бою участвовал. Вердос-то задавил, ничего себе. Ну, на опыте чисто, на опыте. Так, нужна вторая карта. Вердос что-то там перезаходит, походу, да? Инвайтит Демилав. Так. Так, погодите-ка, ребята, я сейчас перезайду.
Так, ну что, вторая карта. Возможно, Вердос пройдет дальше. Там Тивайк по сетке дальше. Вот. Будет интересно, но там все-таки азиатские серверы. Тяжело, короче. Так, ребят, вторая карта, погнали. Мехдепу, синий Демилав, красный Вердос. Опять пилон Гейтга, снег с кибернеткой, билд у Вердоса стандартный абсолютно. Он на 7 часах, оппонент его на часе дня, получается, находится. Ну и адепт, адепт, возможно, Старгейт, либо адепт Твайлайт, как предыдущая карта, через Архончиков Огнен. Ну, ДПМ, конечно же, увердоса, бляха-муха, как будто, я не знаю, как будто жестко он на пианино играет на каком-то. 470, человек-то реально вообще не пианино. Так, Старгейт, в этот раз в Старгейт опенинг. Ну что же, Старгейт, это интересно, конечно, но нужно развить еще его, этот опенинг, блин, Старгейт. Сборочный цех. Где вот эта рампа? Сборочный цех. Чё-то не видно, что тут что-то собирали. И где тут сборочный цех-то вообще? А, вот, да, кстати, вот он сверху. На плитке, неспроста плитка положена. Здесь вон торы какие-то стоят там. Чё-то тут собирают, короче. Ну, с двумя адептами Вердос начинает тут летать. Иллюзиями. Ну, конечно же, телепортироваться. А, будет, смотрите-ка. Решил, что 4 собаки недостаточно Вердос, но их действительно недостаточно. А чё он боится-то, я не понимаю. Шёл бы сюда тогда, я чуть не понял вообще. 3 дрона уже Вердос забрал. 4. 5. Не слабо, не слабо сработано. 5 дронов. Хороший результат на 2 адепта разменять в начале. Собьет все тайминги, еще и этот. Еще и оракул прилетит сюда. Так, надо перезвонить мне будет сейчас похоже чуть. Пули войска Роя атакованы. Буду смс-ку писать. Здесь овер фениксов собирает. Короче, 6 дронов, оракул всего одного убил, в отличие от первых адептов. Но он, в отличие от них, и жив в итоге. И Вердос третий нексу ставит, то есть в этот раз другой немножечко билд у него. Точнее, совсем другой билд. Старгейт в 3 гейта и непонятно во что пока. Да, баннер. Баннер вообще не можно. Нужно убрать его. Прилетел сюда собачками. Демилав. 2 оракула у Вердос уже. Двумя можно полететь и типа подрезать где-нибудь на мейне с краешку что-нибудь или на второй.
под споркой там 3-4 дрончика забрать. Третий, куда? А, масаракулы, что ли, от Вердоса? Ну, это фейковые какие-то масаракулы, я не знаю смысл с них вообще. Тем более, что он уже в чарж с плюс один переходит, то есть на щаги ты добавлять будет. И робо делается на третьей базе. Четыре зелка вперед поперлась. Попытка королев прессануть немножечко. Ну да, можно прессануть вообще. Зелки вперед идут. Без чаржа, без нифига. Зачем вообще? Понятно. Оракулы залетают. Надо дронов минусовать, что вердуться пытаются сделать. Прям под королевой на пофиг вообще залетел. Ну, не знаю, не знаю. Ножок, конечно, конкретно, но всех почти... Нет, один оракул чудом выжил. Сейчас, погодите, ребята. Королева успешно создана. Так, все, извиняюсь. Звонок прошел. Так, здесь очередное забегание, но все прикрыто, овердос. Вот тут пробка на переходе сейчас слилась. Попытка бомбануть вторую базу. Не-не-не-не, куда тут центри-то выходит с зелком? Оракулы дамаг рубают, иммортал выходит. 4 гейта добавляется, как бы. Так. Будет 8 гейтов, плюс чаржа архоны стандартные вообще. Пока все неплохо относительно вердос делает. 10 гейтов, шторм. Ну и плюс 2 заказывать, и можно пушить, как бы фотонки можно добавить, как бы под всяких группов бейнов еще, ну, например, не насливаться, но некоторые просто не добавляют. Ну, например, на мейне ты мазеркор не держишь, почему не добавить это вот здесь бачку, например. Так, здесь застроено, конечно, будет. Можно здесь, может, прям в центре, не важно. Да и здесь не помешало фотонка. Ну ладно, не суть вопроса, на третью я тоже добавляю. Пока что оракулом летает, что-то смотрят. А здесь интересный свечочек такой, которого Вердос, кажется, и не ждет совсем. Он шпилят не видел, да, муталисков-то он не видел. Но у него есть Старгейт. Но вот опять же, от муталисков фотонка тоже одна, она как бы прилетят, один смут, и, конечно, быстро вскроют, но просто-напросто ты за это время рабочих коп переведешь, что ты юнитов успеешь подтянуть, то есть уже важнее. А, кажется, Вердос понял. Вердос все понял. Я здесь. Фотонка на этой базе, на экране пошла. Что-то он летал, оракулом спалил как будто, но он же ничего не спалил, кроме королев, по сути дела. Муха подлетает, это странно, шпиля не видел, ничего не видел. Мэпхак, бляха, муха. Да нет, конечно, не мэпхак, но я не знаю, по каким принципам вернулся, там это все понял. Так, штормами подналил тут мимо вообще кассы. Не сливает их в архонов. Здесь фотонкой застроил дальний, блин, этот минерал. Плотную книгу лучше добавлять. Конечно, оверчарж, где вердос? Заставил слить все штормяков, всех шторма не осталось практически. Масит муту, масит просто муту. Сейчас второй Старгейт уже зашел. Кажется, вердос знал просто, что Демилав играет таким стилем любит. Поэтому, собственно говоря, так и произошло. Оракул в расход пошел. Ну а феников все больше и больше. Ченджинг у нас приходит. Гидроден, надо свич делать, как-то Демилав, он понимает это. Здесь уже фениксы сейчас с ранжом будет. Сейчас главное вердосу не перестроить с перебором фениксов, иначе как бы они будут бесполезны. Вот флитбикон готов, можно заказывать грейд на рейндж. Ну, нужно ли продолжать фенов масть вообще? Так, прилетают муталиски. Где феникс? Вот они, феникс. Хоть что-то тут Демилав пытается зашатать. Вердоса раньше и гидра. Вот сейчас вердоса 10 фениксов. Это уже с ренжом достаточно, чтобы муту отогнать. Он все еще масит. Просто против гидры они тоже, конечно, поднимают гидральсков, убивают. Но
Если гидры просто намасится там 30 штук, то это будет очень тяжко на самом деле. Плюс Бэйн и землю вынесут, допустим. Ну тут все от контроля будет зависеть, конечно, может и протосов тащить в такой ситуации. Зерк 192-160, да мила вперед идет. Бредово обходит все, нет бы камни пробить одни и вторые, просто пушить там с приростом. Надо обходить вообще за 3-9 земель, чтобы прирост полгода шел. А, ну у него и крипа нет на основном направлении, здесь крипа больше с другой стороны. Ну надо тащить было. Пишет, смоков 4 у вердоса, хватит ли этого? Одного даже, он шторма нет. У остальных по чуть-чуть, тут два шторма нет ни у кого. Беллинги заходят, гидра... Ой, какие штормы! Демилав толпится адски просто, получил тут дамага. Ну, в итоге гидра мута, ребят. Мута будет развалена фениксами, гидра будет развалена наземной армией вердосовской, скорее всего. Надо ловить гидру просто фениксами и не париться. Замела бой принимать. Видите, уже такое количество гидры тяжело разбирать. Но в двух направлений вердос разбирает. И правильно, что забрал все. Почему? Потому что на самом деле, как бы, феникс тут нахер не нужны. 20 гидралисков еще Замела делает. Люркер Дэн. Да блин, камни надо пробить. Если Рой, то идти пушить точно через центр. Какого ревелейшена на рабах-то, ё-моё. Чего он увидел-то? Муту как вылетало, шпиль-то он так и не увидел до сих пор, вердос. Ревелейшена на рабах. Я вот что-то не видел, как там мута вылетала. Так, пятая хата уже, да, блин, такой, кстати, на самом деле индус-то молодец. Из Индии игрок. Строит там, рабочие строятся. ГМЛ-ный уровень, как минимум. Сейчас можно вкатиться, что, можно до пилонов докатить. Может, пилонов много, кстати, забрать даже. Да, милав, отпускает в рабочую катить. Мердовство трабух-то нет ни хрена, вот, практически. Несколько подрезал сейчас. Тут мазершип пошел. Там 10 каких-то каракатиц делается. Вообще непонятно, что это вообще. Кусты растут. А нет, не кусты, люркеры. Скин такой просто. Какой-то шиповник, да там. Такие-такие они. Вот такие вот. Пошла атака очередная. Демилав заходит. Во, наконец-то допер, что камни надо пробить. Есть один оверсет. Тут мазершип, кстати, вердоса. Алюра куда? Через верх идет. Да, алюра наверх. Просто смотрите, на ХГ копается. Да надо всю пачку было вкопать, и просто, чтобы она за залп убила всех рабочих. Вообще в ништяк бы было бы. Плохо алюра зашла сюда. Дальше копается. Замела. Вердос в бой пошел уже. Штормы, гидру за люркеров отведи. Что ж ты творишь-то, ё-мо. Люру вкопал, так что она не так, можно вот просто люру взять и вот сюда прям вкопать, чтобы она все здесь выносила. А гидрой просто крыть все наглухо, как бы, прикрывать. Но нет, ё-моё, как-то криво тут замела. Бой принимать, уже станет 47. Оверсира нет, смотрите, то есть тут можно за счет невидимости было прогнать. И вердос прогоняет, и фениксами поднимает. Смотрите, какой-то пробки по пробке поехали. Вердос, слушай, на график добывать, что ты делаешь-то, ё-моё? Какой-то сумбур от вердоса сплошной. Конечно, на добычу пробки пошли. Деми Лавров тоже сумбур. Да вот сюда опять идти с Люрой не палится. Ему надо, по-моему, зергу здесь. По три карьера уже строятся. Ну, нафига здесь? Ну, хотя, в принципе, земля плюс воздух, почему бы и нет. Бегание Демилав. Готовится. Плюс 2 на гидру доделывается. Опять с Люрой попер вперед. В этот раз чуть без беллингов странно. Так, Люра опять пришла. Опять минеральная линия под ударом. Надо все копать. Сзади это гидра Ринга Беллинги, кстати, сзади находится. Здесь штормы по гидре проходят. Вот это вот что? Блядь, куда она вкопана вообще? Она, алюра, должна в бою быть против наземной армии просто.
У Деми Лав она непонятно где оказывается, но в это время забегание на вторую хороший такой заход. Пробочки зашатаны, здесь все пошатано, все покатано. Опять пробок прессует с КГ, кажется, все-таки дожал. Смотрите, здесь макро, здесь просто добывает все люди по 22 гидралиска лепится. Делает уж двух эволюшенов грейды. Погнал, Демила вроде как кайрерами плюс землей, плюс мазершип ждет. Тут уже, бля, мазершип в деле полностью. Может, не отображается в аксах то, что видит Revelation. Возможно, раба видел, но отобразилось на карте. Возможно, тебе нужно просто вырубить эксперта. Коль не знаешь, что как там где отображается. Вот, на карте все отображается. Всегда. Короче. Ну тут 4 кайрера овердоса уже. 4 это я бы не сказал бы, что какое-то заоблачное количество, которое сможет там держать все. Здесь еще люркеры, здесь гидрас у гидралистов 20. Это много. Ну, благодаря шторму, кстати, можно же такой Бейна, кстати, добавлю. Опа, люркеры готовы. Копается Демила. Пошел замес. По Бейнам штормы заходят просто ништяк. По своим апсам тоже неплохо заходит штормы сейчас у Вердоса. 52-127. Демила дерет сумбур. Ему надо бы, ну, не с армией бой принимать, а с экономикой еще разменивать. Еще 9 гидралисков, 12 бейнов заказано. Кстати, ресов-то у Демила не так много. Он сейчас, если армия вот эту просрет, он легко может ее просрать. ДГ Демила пишет. Все-таки мучил Вердос и замучил беднягу. Не выдержал индус. Так, у Тивая даже еще оппонента, что ли, нету? Даже Вердос по АПМу, даже Зергу с зажимом, который прирол зажимает, и то больше. Ну, это Вердос, конечно. Да, видимо, стартовало там все, ребят. Сейчас я быстренько отвечу человеку.
Так, ну что, ребят, Кин против Миокай, короче, чела какого-то там играет. А, Билуэс Лосирой, кстати, там бьется. Ну ладно, давайте Кина посмотрим против вьетнамского игрока. Потом Импакт там еще бьется. Так, Тара вывесил на крепи зерк, не пытался его нахалявить. То есть, бля, по бичевскому своему действию понял, что делает зерк. Ну, какая-то чушь, по-моему. Ну, ладно. Не суть вопроса, потому что забыл оракула своего. Не очень объяснение. Короче. Кин против Блин, тяжелый никнейм. Как там никнейм? Миомайкалайер. Вьетнамец я его буду называть, короче. Кин против вьетнамца. Потому что вьетнамских старкрафтеров не так много вообще играют. КСМ-ка минус, неприятно. Цеху отменил, ну отменить-то отменил, но у самого-то тоже там не самая ранняя хата, там и т.д. И Рипер прилетает, королевы-то нет. А чё им делает-то, чё-то не понял. Кроши да кроши, здесь что-то в газе рабочих пачка просто нереальная какая-то. Ну, 3 дрона, вообще, по-моему, одним Рипером был убит. 4 дрона. Да, это не... Американцев в ямы, бляха, шипами сбрасывать. Капиталистических выблядков. Вот. Эд Кин, ё-моё, тоже такой азиат. С ним ни хрена не прокатит такое дело. Минутка, короче. Политическая, историческая. Секунда, да, такая была. Короче, продолжает Кин Рипером шатать. 5 юнитов убито. Там третья уже ЦЦХ пошла. Халяет, как капский просто чемпион. Ну, позволяет, чё. Зерк позволяет. Тут вообще у него все очень печально. Тручу Ворон пошел. Интересный уровень у вьетнамского игрока этого. Так, у Кина тоже тут забыт на газу, 2 рабочих не направлено. Пока Рипером летает. Еще дрона срезал, что ли? Да, еще дрона срезал. Рипер убивец просто какой-то. Так, по 3, короче, рабочих уже строят сутки. С газом так и не заметил косяк. Просто 3, 1 КСМ добывает. Заметь же ты уже, Кин, ё-моё. Ты ж Кин, ты ж кореец. Приходит Кин, решил лоб убить колбаты плюс майки.
Два циклона наваливают дамага сзади, просто очень-очень много. Королева падает, роучи все падают, кажется, ничего тут практически не остается, но нет. Выходит прирост, и тут собаки начинают подгрызать. Вроде как отбивается или нет? Не отбивается. Еще циклона. 10-11 юнитов убито. 58-53. Видно, тут с какими потугами просто зерк отбился. Еще и третьему отменили. Здесь цицерк. Ну, Кин сам играет. Вот только сейчас на газ недавно заметил, что рабочих нет. Косячно, конечно. То есть не как топовый кореец самый сейчас по уровню видно. Но... тем не менее, он на голову сильнее вьетнамского игрока. Это понятно. Так, Линга одного с танка убила. Сейчас будет Линг на третью базу. Ковер висит без скорости, просто забыт. Инфестейшн пошел. Что это? Ультралов выход, что ли? Вторая броня. Вот так 2-1. Да, похоже, что это к ультралам стремится зерк, но ему бы экономику раскачать. У него рабочих меньше, чем у тирана. Я думаю, Кин сейчас Steam щиты сделает, пойдет убьет вообще. Здорово, Кот, здорово всем. Ребята, следите за сеткой, там Вердос, наверное, скоро будет с Тиваем играть уже. Вот, у Тивая наконец-то оппонент появился, на Вердос с Тиваем посмотреть будет. Ну, что это за выход такой? Это выход... странный, короче, от Кина, просто 15 мариков, там, короче, что это значит? Ну и тем не менее, это даже этот выход тяжеловато зергу отбить будет. Первый медивак прилетел, еще лечение марики получили здесь. Надо загрузить тех, кто выжил, ё-моё. Дурак, дурак главнокомандующий всегда для мариков плохо. Они явно сейчас скажут, Кин, ты, блядь, чё там вообще? Здесь прирост гигантский, щитов Стима нет. Куда ты нас на убой-то посылаешь? Это ж вьетнамский зерк. У него здесь ловушки просто. Ну еще марики идут. Сейчас со Стимом вот эта группа добьет. Ким уже понимает, что просто он победил. Здесь как бы надо закончить эту игру наконец-таки. Все, Стим готов. Танчик на ТГ, на лоу-граунде сейчас. Здесь еще у нас и собака-то приличная, и мехко заходит. Это время на мэйне, правда, три марика просто здесь больше сделали, чем этот выход. Прирост идет сверху, этот хитрый танк уже 17 юнитов наколошматил просто-напросто. Все их марики прыгают. Нет, взрыв танчик. Зато здесь три бойца разваливают кабину. Это вообще железные бойцы какие-то. 6,9 юнитов закрошен. 10 вот у этого Марика убитых. Вон единственный, кто ужил. 11. И еще продолжает он бомбить. Я слежу за этим героем просто. Вьетнамской войны. Корейско-вьетнамской какой-то. Ну, Вердоса понятно еще нет. Успеем сейчас следующую игру сюда зайти, я думаю.
Так, ну Кин ждет, что-то вьетнамец куда-то пропал. Репку что ли смотрит, не знаю. Рэмбо, в натуре там Рэмбо был, вот почему он не победил. Я-то сразу не догадался, вот Кин догадался, потому что он играет, и он выпустил Рэмбо. Это был секретный ход, короче, его. Блять, Рэмбо, короче, испугал вьетнамца, походу, он свалил куда-то. А вот, нет, идет сюда. Он, кстати, ГМЛ на Азии, между прочим. Стопудняк Рэмбач был. Стопудняк. Ты тут прав, Кин, конечно. Здорово всем, ребят. Рекламку запилю. Сейчас у вас там пауза будет. И сейчас, точнее. И помните про адлоки. Поддерживайте меня и мой канал по возможности, естественно. По разной возможности. Поехали. Да, цвета, конечно, они выбрали. Бывает зеленый и какой-то такой бирюзовый, что ли, я не знаю. Так, Гаспир с отменой дрона, давно не видел, что с отменой кто-то играл. И с разведкой, или прокси-хата вообще. Прокси-хата, наверное, будет, потому что я не знаю, кто поехал. Это дрон еще. Вот он едет, давайте следить за ним. Не, просто разведку смотрите. Приехал, посмотрел, уехал. И что так очень сильно-то зерк здесь хотел посмотреть? Он поехал посмотреть не прокси или бараки, видимо, здесь рядом где-то с ним. В итоге 17-я хата, пулгаз. Билд. Дрон возвращается домой, конечно. Пусть он добывает лучше. Или он не возвращается. О, ничего себе! Кину загрыз здесь рабочего. Вьетнамский игрок. И ушел, понял, что здесь больше ловить нечего. Конечно, пусть дрон уходит. Потери уже сделал ему нормально. Правда, сам что-то отменял. На 6 минералов. Что он отменял? А, газ же вначале он отменял, что я туплю там. Билд такой был, что никто не вынуждал это делать. Так, 16 на выезде, дрочка, все стандартно. Незваный гость с этим картам. Зеленый кин, бирюзовый какой-то у нас. Барак, о, этот Роуч Ворон пошел. Агрессия, видно, какая-то. Кого здесь пришибло, я чуть не понял. Если этот дрон убивится, еще одного КСМа сгрыз. Но его рипер застрелил. Вот что он, вьетнамский крестьянин, накопал ловушек. Поставил куда? Как на кабана, бляха-муха. На приспешника американских капиталистов, бляха. Корейского. 4 роуча. 4 и будет всего, интересно, или вот, или меньше будет, не знаю. Короче, 4, в смысле, или больше будет построить, меньше уже не будет. Пока непонятно. Роуч погнали. 2 собаки, 4 роуча, лэйр пошел при этом. Все, он, кстати, как билд необычный. Лейеры, видимо, что, Нидус потом, что ли, шпиль-переход, вообще не знаю. Кстати, вот такой пуш-переход-шпиль, как мне кажется, против зерга, который... Где там
десяток юнитов будет, просто надо идеальный контроль иметь, там юнитов будет несколько штук всего. Так, Роуч двигается вперед, надо Реваджера бы подноморфить. А на них лимит требуется, что не требуется, по-моему, лимит. Все, заметил то, что Роучи... Ой, Минка, сплетани что-нибудь там хоть, а? Роуч падает, что за кривость-то вообще? Реваджеров не делает. Что это за бред происходит? Реваджеры нужны здесь. При этом пуша, а не роучи 4 штуки. Так, 7 дронов, еще лэрпочки готов. Да морфишь ты же красный Реваджера, он все разнесет. Овер потерял, короче, здесь сваливают вообще. Пришел, чтоб убежать, называется. Так, продакшн не поставил. Да, и в шпиль выход идет. Но надо урона было хоть кого-то нанести, блин. Чтоб это работало. А урона нет никакого вообще. Начал камни пробивать у нас вьетнамец. Да, от одного дроп немерено проблем просто. Видел шпиль? Кстати, шпиль-то не видел до сих пор кореев. Роучи все вынесены. Вот сейчас он шпиль заметит. Вот он и шпиль. Опять Рэмбач возвращается. Что за вообще? Рэмбо возвращение, ребят, легенды вообще. Что за дела? Уже накрошил. 4 заокрошено. Паника везде. Всех вообще расстреливают. В прошлый раз, правда, на стиме со щитами был. Но тем более Грейджин. Но здесь он такой, короче... Выдернули его из дома, как бы он грустил, потому как людей резать, расстреливать, и, короче, полетел, и, блядь, казнили его за это. Вот вы видите все. Че я несу вообще. Пришел циклон, ребят, либератор, Минка, медивак смещает, слушай, сюда. Циклон плюс марики спорку выносит, чтобы либератора прикрыть. Спорка минус, либератор прикрыт, как же он бомбит, ГГ, ребят. Отомстили за Рэмбача. Ну что, Вердос-то начали-то у нас биться или нет? Еще нет пока, кстати. Как у нас Тивайт там поживает, интересно. Мосдоктор. Кто это такой? Мосдоктор Яхазе? Импакт против Принца. Кто такой Принц Яхазе, но... Зец здесь сидит. Так, прыгаю в эту пару. Оп. А, нет. Здорово, Гекс. Опять у меня плеер не запускается.
Так, ну что же. Ну что, ребят, все у вас нормально везде, я надеюсь, работает. Лучше, блин, у меня что-то опять, как вчера, тема на ГГ-плеере, жмешь плей, и ничего не происходит абсолютно. Просто Twitch идет, как бы, рестрим. Главное, только что ж работало все нормально. Twitch идет норм. Ладно. Куравир поддержал ваш канал на 168 рублей. Спасибо, Куравир. Видимо, да, все работает. К Вердосу прыгаю. Спасибо всем за поддержос еще. Что за хрень у меня вообще непонятная? Так, ну что, Тилай против Вердоса, ребят, прокси барак, посмотрите.
Улучшение командного центра завершено. Так, ну что, ребят, здесь все местами меняется. Марик пришел, пострелял по пилону. И здесь циклоны с двух просто... По два циклона с реактора. Циклоны, короче. Ребят, отписал скайп, потому что у меня не идет, как бы, почему-то стрим свой, не знаю. Может, это как-то с чем-то связано, там, я не знаю, ну... Второй день подряд, как бы раньше, до этого проблем таких не было. Скайп бы не точно не от меня проблемы. Так, барак полетел. Здесь адепт, еще адепт, роба. Очень важно сейчас Вердоусу робу успеть достроить. У него два оверчажа для этого будет. То есть ему сейчас двумя оверчажами надо отковыряться срочно. Выставляй оверчаж. Что ж ты делаешь-то, Вердоус? Да сейчас выбьет же он его. Вердоус типа хладнокровен, что ли? Я что-то не понимаю. Или что происходит? Immortal Stalker делается. Все бустится двумя бустами, соответственно. Если Вердоус отбивается, все ничто, ничто, ништячочек у него будет. Еще один оверчаж сразу же надо выставлять. Верчаш Вердоус ставит, ставит оверчаж. Не, молодец, Вердоус все хладнокровно делает. Тут 4 циклона сейчас зайдут, и это будет уже фиаско. Похоже. Но одного циклона Вердоус принял очень... Так, хер там не выжил этот циклон чертов один. Уходит на ХГ. Здесь барак подсвечивает. Вот что очень плохо. Вижен дает. Но вышел Immortal. Куда ты в барак-то вдолбишь, Вердосик? Куда ж ты в барак-то долбанишь? Сталкерами добивай. Один циклон выжил, Immortal нельзя было терять. Надо с пробками отбивать, чтобы было кому затанчить здесь. Ну, ё-моё. Пробки на перехват правильно ехал. Куда ж ты их направил-то через оклик в полную аномуви? Сюда было ехать и вот так вот блокануть попытаться. Ну, ладно. С другой стороны, вроде как пока держится Вердоус. Уверчаш на нижний пайлончик. Еле живой циклон один, второго. Минуснул все-таки Вердоус. Здесь попытка выпилить пилон идет. Да, попытка выпилить пилон. Если он будет выпилен, то это... Блин, а ведь на грани все до сих пор можно отбиться на самом деле здесь попытаться. Пилон восстанавливает Вердоус. Выходят марики, бобры чертовы. Напрягает. Там одного, кстати, циклона зажал. Этот на одном ХП уходит. Давай-давай, пиляй его, гада. Нет, прикрыл Тивай. Двумя еще циклонами. Вот, наконец-то, Immortal сейчас выйдет. Варп готов. Надо гиты открывать, Вертос. Варп же готов. Ты что творишь-то? Гиты-то открывай. Что он делает вообще, не понимаю, Вертос. Открывается гейт-раз. Immortal больше не строится. 1.23 по рабочим. Нужно контратаковать и добивать нужно этого игрока. Хотел сказать бичару. Ну как-то. А корейский блисконовец вроде как не подходит под это определение. Попытка Има забрать идет. И ведь заберет. Сейчас может Сивай забрать. Но как Вердоус контролит, а сталкеров не отводит. Има отвел, сталкеров нет. Еще один сталкер добавлять. Нужно выйти, нужно атаковать, нужна призма, как бы, здесь. Вот если первого Immortal Вердоус сохранил, добавил призму, просто против циклонов на призму хорошо контролить. Пошел наверх, вот что вот здесь вот надо Вердоусу, не знаю. А, он прокси ищет. Так и прокси в другом месте, в стандартной позиции еще. Не, ну отколупался. Ну, блин, слишком большой урон получен, к сожалению, и Вердоус не... делает каких-то контратаку. Здесь, кстати, ничего нет вообще. Ничего. То есть этот пес, он вообще не уважает, короче. Ну ладно, зато у него 6 циклонов есть у Тива. Сейчас все вычинено. Это будет, наверное, в контратаку. Сейчас опять пойдет на циклонах. По 2 КСМ строится. Здесь орбиталку что-то он не делает. Странно, что это за бред вообще он делает. Третья цеха, КСМ-ку надо отменить, орбиталку заказать, что ли, я не знаю, или что, он так и будет строить рабочие Тивай. Вот, наконец-то понял, как это полупьяный стиль демонстрирует. Здесь у нас Робо Бэй пошел. Для чего Вердоус Робо Бэй, я понятия не имею. И почему никаких контрдействий не делал. Ну, боится, что еще что-то будет происходить. Но вот что может после прокс-факты происходить?
Старгейт, Либераторы могут прилететь в площадь. Вообще не готов к этому. Пилон только пошел. Но Либераторов нет. Ткани активай, здесь бараки добавляются, встретится цеха уже делается. Улучшение командного центра завершено. Пристройка. Резерв готов. Резерв готов. Месторождение минералов выработано. Да, колосс овердоса, ребят, с оранжевым поперли. Так, 6 циклончиков, ребята. Марики, то есть просто стоит и 6 потерял, 6 осталось. Они сейчас еще в атаке с био будут участвовать. То есть Steam плюс... Блин, как Шевердос пассивно здесь действует. Я не знаю, в принципе, как бы он действует стандартно, но игра-то не стандартная, как бы. То есть здесь надо либо третий Нексус пораньше делать, либо пытаться проатаковать, может быть, было. С другой стороны, колоссы есть, как бы уже, ну а... Вот, посмотрите, Нексус ставится, по рабочим уже отставание от Тирана пошло. Плюс один Steam здесь доделывается, ё-моё. Армия расплечена, все сюда брать, тут вот явно группа не отобьет 6 циклонов, вот эту пачку мариков, даже без щитов, учитывая то, что они будут. Вот, Вердос видит, что все идет вперед, надо брать с мейна вот эту группу. Три колосса уже вердоса. Блинк почти готов. Начал рабочих чуть подстраивать. Но надо еще строить рабочих. Почему остановился? Здесь два старпорта работают уже. То есть викинги по 4 штуки строятся. Естественно, будет пуш сейчас какой-то отивая. Ну какой пуш? Задача тут простая очень. Циклоны танкуют. Марики стимятся, викинги колоссов выносят в это время как бы. Это очевидный момент. Нужно Мазеркор подводить еще. Посмотрите, у него энергия полная. Он хоть уверчажами здесь помочь сможет. Так, циклоны вниз. Сверху био плюс викинги. Сканет сева еще. Вердос плинкается под циклонов. Кстати, неплохо сталкерами. Принимает их. Здесь филды нужны. Хорошие, кстати, филды пошли. Но викинги надо прикрывать. Да, от викингов колоссов. Один колосс всего лишь упал пока. Нет, здесь Вердос определенно отбивается. Дерется, по-моему, он очень даже неплохо. Ну, сейчас как-то сундук пошел какой-то. Колосса еще одного потерял, но в целом-то отбился. Гвардиан еще порубать бы. Викингов зафокусил вообще великолепно. Медиваков надо фокусить, да? Пошел фокус медиваков. Ценный очень юнит для Тивая. Тут надо атаковать идти, по-моему. Чаш делается, призма делается. Ну, колосс один остался. Мягко говоря, маловат. Здорово, Джонни Секс. Здорово всем, ребята. Дракон 4 подписался на премиум. Дракон 4, спасибо, Дракон 4. Ты куда ты... А, цеха с мейна. Вообще он халявит просто тело. Вердос стоит, надо наказывать идти, блин. Хочет две фаржи. Вердос хочет доказать, походу, что он макро-игрок крутой. Вот, не знаю я, что он хочет доказать. Ну, не, ну давайте посмотрим, как бы. В принципе, здесь казалось, да, лимит тевая больше, но Вердос прочитал его действия. Вниз тут циклонов подождал, когда дропнуться принял. Тивай опять тут к Силнаге идет, надо аккуратнее быть сталкером. Ушел
или догонит мародер, догонять хочет Тилай. С КД Блинка не успел закадешиться, пришлось сталкера отдать. Так, все штурмовички Вархонов сливаются. Чарж готов? Да, готов. Где все зелки? Вот они, все эти зелки. Колосс. Кстати, был же колосс, где он вообще? На второй стадии. Чего колосс-то вообще халят? Странно, овердос юнитов держит как-то. Сейчас. Очень непонятно для меня. Так, два фиштрамовичка, три зелка, еще один архун. Два оверчаржа овердос ставишь, чтобы время притянуть. И дестабилизаторы пошли, две фаржи, в принципе, работают. Не, ну можно биться до сталкеров переблинки, конечно. Колосс где-то сбоку, там порезит. Колоссу надо взять, и Вай давит просто в лоб. Убивает сейчас. Что за бред происходит? Где колосс-то был вот этот вот? Стоит на мейне, кукует. 1-0 Тивай, ребята, ведь держался хорошо. Держался хорошо. Бред, Валерий Ускру, привет всем. Так, вот и стрим пошел. Прыгаю в игру, ребят. А, что-то нет. Так, ну что, Тивай 1-0, погнали. Так, ну что, ребят, смотрите, что творится уже. Опять Чезарескис пошел какой-то Прокси Рипер. Увердоса стандартный Нексус, посмотрите.
Так, два рипера, кстати говоря, уже здесь есть. Второй залетает сверху. Ай, Вердос Уверчаш просрал в никуда. Еще третий рипер строится, и циклон строится дома. То есть Тилай чисто чизит, короче говоря. Ну, оборзевший Тилай этот, что тут говорить. Мазеркор тут на второй, все нормально. Так, поясню для зрителей, колосса убрал, чтобы ущелкнуло количество викингов за раз. Поясню для тебя, что Вердос колосс убрал, потому что хотел даварпом плюс колосса мейна дроп оборонять. Вот, а вернуть его надо было сразу, потому что при правильном позиционировании за армией основной плюс оверчажа этот колосс бы очень сильно помог. Тем, что викинги бы не на земле были, и по земле Вердос разобрал. На самом деле у него там армия еще криво стояла. То есть ему надо было Зелкова держать так, чтобы они сразу вперед все прыгнули. А они тупили, по очереди выходили, там Тивай кайтил, как бы архоны тупорезили тоже. То есть там нужно было все идеально будет принять. Так, ну сейчас минус сталкер будет. Ну что такое это, Вердос? Добей хоть рипера-то, вот. Хоть рипера добил, ё-мо. Здесь у нас циклоны продолжают прессовать. Пилончик пытается забрать Тивай. Ё-мо, как они сталкеров уносят, это же вообще. Ну, что-то, по-моему, здесь все печально очень. Как вы видите, сами еще какие-то марики начали подстраиваться. Это печально. Ну, Вердос отбился опять. Цеха. О, здесь две цехи. Блин, вот надо контратаковать такую вот хрень, ё-моё. Иммортала 2 есть, призму... А, там еще банша сейчас полетит. Ё-моё, какой такой мерзкий билд прям вообще. Ну, тут Вердос сам отбивается таким образом, что дэмэджи получает. Понимаете, какие... Тут ничего не поделаешь. Что? Сила 1-0, Вердос чуть не затерпел во второй карте, отстраивает рабочих, вроде по экономике пока еще живой, но, понимаете, Тивай в чем дело? То есть он супер чиз делает, как бы, наносит Вердосу дэмэдж и просто адски халявит в итоге. То есть у него три там ЦЦХи, продакшн, Вердос же сидит, пытается, ну, то есть действовать, как он бы действовал в стандартной игре, строит рабочих, выходит там в колоссов и пытается ему с Тиваем биться. А он его просто перемахивал в предыдущей игре. Причем в предыдущей, ну там тоже дэмэдж хороший получил, но там утевая и билд-то другой был с циклонами, там более поздние ЦЦ-хи были. Здесь просто риперы как бы, плюс циклоны с мейна, да, и... А там прокси даже факта была. В итоге 30 цехи работают уже, танки, банши, циклоны, био начинает строиться. Стимши, щиты будут заказаны, там плюс один, естественно, делается. Вердос тоже там технологии все. Может быть на третий пораньше выходить с такого билда. Так. 5 гейтов есть у нас, еще один делается, плюс 3, 6 будет. Вердос видит, что третий цеха, пожалуйста, уже сидит.
зачаровывает колоссов, то есть у него, понимаете, он отстает. Пробей камни, ставь, ну, надо же захалявить как-то, ну, вот, сейчас-то уже даже поздновато Нексу ставить, то есть, получается, ну, как поздновато, его надо ставить, но лучше-то было гораздо бы, вот, отбил чист там риперов, когда принял и понял, что все кончилось. Поставь ты Нексус просто. Если что, отменишь там, ну, навряд ли Тивай будет до выхода какой-то делать. То есть Нексус-то строится, Банша, допустим, она все прилетает, рабочих нет, пофиг. Главное здесь оборону выстроить грамотно. Так, пошел выход. Здесь у нас Марик вперед идет, Тивай просто замечает. Вердоса выход сейчас. Колосс у нас что? Колосс у нас один и без ренжа. Здесь танки, ё... Да Тивай даже говорит, да я тебя сейчас сам приниму здесь в центре. Он даже не стал дома сидеть, ждать каких-то выходов. Здорово всем, кто недавно пришел, ребят. Скоро полуфиналы здесь же будут в этом турнире. И они будут по очереди проходить. Конечно, хотелось, чтобы Вердос туда пошел. Но помните о том, что, понимаете, Вердос бьется с Тиваем не где-то, а на корейском сервере, на сервере Тивая. Но здесь все ясно. Здесь просто великолепная позиция. Колосс падает, Био сплитится снизу. Циклоны и Банши еще саппортят Био этому. И вы видите, все печально очень. Саппортят... прикрывают, помогают. Ну, вы поняли. К сожалению, 0-2. Так, билают. Так, кин-импакт у нас, что ли, да? Прыгаю в эту игру. Так, ну что, Варди сетку заполнил, и продолжаем мы. Короче, полуфинал Impact против Кина. Первый начинается корейские полуфиналы. Кин Impact ТВЗ, Тивай Билуи ТВП. Ну что же, можно даже переименовать. Так, ну что же. Это не я Валерию Спроу делаю, это Арамчику. Респект за голосовалки, поэтому ему респектуйте. Спасибо всем еще раз за внимание, ребят. У нас далее полуфиналы начинаются. Сегодня это все, наверное, будет на... Ну, хочу с женой в кино вечером сходить, как бы. И поэтому... Сегодня прервусь. А вот завтра уже будет и Африка Старлига, там и Алима Лига, походу, будет. Вот. Постримим. И Гоф УСК, финал месяца. Но, правда, завтра у меня другу день рождения. Если действительно погоню куда-то туда.
Так, ну что же. Чайлик просто спать поудобнее лег, ребят. Общаюсь там с человеком в скайпе. На важные темы. Так вот. Тем временем импакт камни прогрызает. Ребят, карта мех депокин, зеленый импакт красный. Фаворит здесь импакт, я так думаю, абсолютный причем. Фильм Салют 7, конечно, посмотреть я хочу. Наверняка там много найду хрени какой-нибудь антисоветчиной, естественно, но в целом хотел этот фильм посмотреть. А этот шлак вообще, про который ты говоришь, я вообще не знаю, что это такое. Здесь у нас, ребята, минок дроп. Минки, кстати, овера сбили минками, сбил оверу. Овера кин импакт вообще. Залетает тут к импакту минка одна. А, две, все две на третью залетают. Чуть летанулось. Четыре дрона минус. Ну, неприятно, могло бы меньше погибнуть. Надо шире их разводить. Конечно, здесь сплэш такой-то. Зашел. Ну, у импакта уже лейер готов, это раз. У импакта готов... 1-1 делаются, Беллингнест пошел. Сейчас и Гидроден, видимо, будет в перспективе заказан. Крипа достаточно много он тянет. Но кинул уже третью ЦЦФу, занимает прям в наглую, кстати говоря. Причем импакт никак ее не контрит. А как он законтрит? Так. Ну что, раскачался импакт, ребят. 3D, что 3D? Если есть 3D, так 3D. Так. Кого сравниваю с гравитацией? Как можно сравнить фильм на реальных событиях, где съемки проходили в невесомости, часть как бы съемок, блять, скалам вообще антинаучным, ну, таким как гравитация, где просто картинка для дебилов. Я не знаю.
Так, ну что же, просто там наверняка исторических неточностей много будет показано, ну и как бы советские люди будут какими-то кретинами, как бы современными, естественно, выставлены. Такое часто очень происходит сейчас, но уж даже то, в то же время первых, как бы, фильм, и то впихнули антисоветщины, как бы, умудрились. Вот, но я думаю, так, смотреть надо, сходить, короче. Ну что, ребят, Кин вперед двигается, импакт прогрызает камни, а нахрен прогрызается, к нему сам Кин идет. Гидралисков 3 штуки, плюс 5 сейчас будет еще. Кин тем временем наверх заходит. Ну, импакт 4 работает, опа, через 3 эва пошел стиль, хорош. Как я давно ждал такого стиля против Биву, как он зайдет, посмотреть. Так, ну как же импакт убожественно дерется, а что он делает вообще? Только похвалить решил, импакт просто тут насливался. Вот что вот это вот за атака, вот в такую позицию, сбоку затекать, да забеги ты сверху, ну, с нормального, с нормальной позиции зайди здесь. Хуже и не придумаешь позиции для атаки вообще, чем сейчас вот импакт напал. Так, ну вообще, как бы я вот читал, ничего не читал, у меня была ссылка, ну, что американцы картинку хвалили там, что типа там натуральные съемки были в каком-то американском фестивале там показывали, но это не показатель для меня вообще, как бы, конечно, но тем не менее. Четвертая ЦЦ-ха, ребят, дропчики на мейн уже поперли, трансфьюзы где на королевах-то? Нет, трансфьюзов нифига. Так, мародер скончал, гидра тоже с одной атакой. Интересное забегание тут на бейнах идет. Ну, 3D поки взорвало, отступил сейчас с импакт. Будет всей шаблой забегать. А, ну смысл забегать, если здесь только дропается тирана. Думал, вся армия вообще. Опять от импакта на ломку это сделать. Здесь опять бейны заходят на дальнюю базу. Собак пачуга забегает. Серьезная такая. КСМки начинают падать. ДПшечки начинают падать. Автотурели пытается выставить кин, чтобы подбить. Автотурели, конечно, неплохо работают. Здесь дропнулись те марики, которые сидели там. В это время на лоб лом не удается. Здесь либераторы плюс танки. ХЗ как-то так вообще. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Наши войска. Атаку. Месторождение минералов. Наши войска. Атаку. Ну что же, пошла атака, ребят. Пулеметы очень близки. Тут пытается вступить у нас импакт. Делает 3-3. Но почему... Импакт проигрывает, у него третий эволюшн не работает, вангую просто. Где грейды на гидру-то вообще? Одну атаку сделать все, что ли? Надо больше грейдов на гидру. Так, пятая хата уже готов. Прирост у импакта очень-очень неплохой. Вот он врывается опять в танчики в био. Гидра на муве идет, все на муве идет, сливается в кал вообще. Что такое-то? Ну, либератора зато гидралис сейчас заплюет. Говорит, гад, сейчас тебя заплюю. Ну, прогнал импакт вроде оппонент своего. Вайперы уже пошли.
То есть стиль без ультралов чисто. Блядь, а что за стиль без ультралов? Ну собаки, где им адреналин? Нафиг хайф дел. Где гидрегрейды вообще? Если хочешь без ультралов биться, надо все грейдить тогда. Других юнитов. 83 дрона, прирост замечательный. Импакт, так, чекин продолжает давить на 30-ку лимит, он в плюсе. Где импакт весь боевой вообще? Боевого я имею в виду, в плюсе на 30-ку. Да и в целом кин в плюсе здесь. Самое интересное. Здесь Микос, и под бейнами Микос... Ой-ой-ой, как зайти может... А, бейлин, бомбочки пошли еще. Вот это хорошо, вообще замечательно. Ультралис Кеверн делается, там уже Fusion Core, центр синтеза, он уже по-русски называется. И это дальность Либератором будет, соответственно. Плюс еще два старпорта делаются на реакторе, один на лабе. Погодите-ка, один уже есть. Что-то я не... Да, где еще-то один? А, вот один уже есть. Три старпорта, по 5 либераторов сможет строить у нас, получается, кин. Там у нас гидра линги пошли. Адреналин заказан, уникальный ультралом грейдец. Почему-то рейнджовый грейд. Ну, есть же ресы, блин, закажи ты на гидру рейндж еще, ё-моё. Вторую атаку. Почему не заказать-то? Ну, первый ультралиск пошел. Ну, там по 5 либераторов у Кина. По 5. Это очень много. Это очень опасно для Зерга микс. Но у Зерга есть все, чтобы бороться, в принципе, с либерками. Но нужно грейдить гидру. Я вам честно скажу, потому что, блин, будет у них 3 атаки у гидралисков, они вообще сносить будут. Смотрите, либератор это. Если у них какие будут апгрейды, так это будет атака. Потому что атака чрезвычайно важна, там, как бы... Так, зелень в медивайк пошла. Все в кал дэмэджинное становится здесь. Проще будет сбивать. Забегание собак на четвертую, на третью базу очередное. И выпилены все просто рабочие, ребят, с этой базы. 43 КСМ остается у тиран. Так, здесь минки бомбят, здесь все ок. Ну здесь, а, здесь планетарка пятая. В это время на центре либераторов импакт принимает всех вообще. Все забирает, 180 на 130. Развел как-то кино сейчас просто очень жестко. Корабторы уже пошли, но тут макро решает очень сильно. Так, здесь собаки забегают, видит импакт, что здесь не очень. И пытается уйти на дальнюю планетарку, пока растянута армия тирана. Но нужно ультрала вперед пустить, куда гидрата бежит? Ай, какая печаль, гидра вперед бежит, ультрал сбоку. Надо ПСМ взрывать, ультрал взмах клешнями, элегантный, минус все рабочие. И опять забегание собак. Здесь кин, правда, готов. Ну, вот последний выход от кина будет. Собственно, если он не прокатит, я думаю, здесь все ясно. А он не прокатит. Потому что корабторы, королевы, ультралы, гидралы. Всего дофига. Я даже инфесты тиранов, может быть, выкинул бы со стороны сейчас. Фактор. 1-0. Минус кин, ребята. Так, предупреждение всем, а то чат у меня улез куда-то вообще.
Так, всех. Минус, на какой фильм пойду, я уже сказал. Дегенератов выпиливаю всяких. Вот, и продолжаем смотреть. Импакт 1-0. Здорово, окунь, да я у меня чат ушел, да их фашист просто, блядь, там тупой, короче, человек, вот и все сидит, я видел, что он писал даже по Старкрафту по поводу, как бы, вот, комментарии там, понятно, что как бы человек не шарит просто ни в чем, вот, тем более он у Револьвера на канале сидит, поэтому, как бы, ну, то есть, там уже все очевидно, диагноз, как бы, диагноз поставлен доктором Помичем. Короче, давайте смотреть дальше, ребята. 17-я хата Гаспул у Импактыча. Карта Глубоководный риф. Красный и зеленый цвета сохраняют. Скин красный 11 получается. Импакт на 5 часах. Кин зеленый, очень простите, импакт красный. Ну и похоже, что финал, я так думаю, что Тилай тоже хвалит с Билой. Билой, конечно, посопротивляется еще, наверное. Вот. Вот. Ну, посмотрим. Ну, Тила Импакт неплохим бы финалом был бы, теоретически бы 5, да, как бы. Да и бил импакт. Да и Кин там, если был бы. Но Кин проигрывает пока. Посмотрим, что далее. Чё, Чалик там кашляет. Так, ну раскачивается тут что-то с эхи. Пак без скорости оверов. Минус овер за это ему сейчас будет. Не сможет он от трех мариков уйти, это очевидный момент. Но тут третья хата, в принципе, сильного проседания не будет по лимиту. Хотя на два сейчас заказывать. Так, интересное забегание лингов. Четырьмя, кстати, Гелика окружил, но тут прикрыли, в общем-то, Гелиона еще два. Ну, все-таки сгрыз, блин, все-таки сгрыз напоследок. Дроп 6 мариков Минка, откины армори, то есть Хелбата в перспективе будут. Плюс Либератор, плюс, так, Лаба на бараке, Био это будет или Мех. Ну, судя по Лабе на бараке, это может, в принципе, быть и перелет Старпортом сюда, конечно. Может уже и Steam делаться, не знаю. Посмотрим. А если, то есть, перелет старпортом, значит... Так, те скиновера минус 0 улетел. С перелет старпортом тогда в арморе плюс 1 просто закажется. Там будет гелик от циклона, а потом выход стандартный мех, допустим. Но Кин как-то все чаще в био больше играл, по-моему. Трансформируются хелбаты. Плюс марики, плюс либератор здесь в наличии имеют. Ну, 4 королевы. Просто затыкали либерка быстро. Объясняют, что ничего не получится сделать. Нафига, правда, с собаками так далеко лезть, скрипы, я не знаю. Королевы, где их прикрыть не могут.
Ну, в итоге отдал часть собак, все-таки у нас получается импакт. Ну, в целом отбился 50-38 по рабочим. Сейчас еще ситуация улучшится сильно по рабочим. И да, здесь пошел грейд. Старпорт даже не перелетал. Это лаба под будущую факту оказалось. Значит, здесь тоже надо лабу запилить. Не, как странное расположение факторок. Могут они друг другу помешать вообще. Так, Арамчик, доктор, помощь тут выздоравливают, а не лечат. Ну то, о чем я говорил, от этого не лечится, там уже все, как бы, там уже края. Не будем говорить, что, как бы, ну вы поняли. Так, две армори, 1-1 сейчас будет же, Тор пошел. Тор здесь, а здесь что? На Тора еще просто газа второго тупо нет, как бы. Почему не танки, не знаю. Синее пламя заказано, конечно же, нужно оно, безусловно. ЦЦХ и третий побыстрее надо вылетать. Понял ли импакт, что это мех? Не уверен. Пока он ничего не видел, но... А, и милишные грейды, ну, в принципе, с милишных можно свичнуться, как бы. И вранжовые, можно третий эво добавить. То есть сейчас, тем более, гидра, линга, беллинги, они вообще против всего. Зачастую зерги их используют, как бы они неплохо и заходят-то. То есть на начальной стадии пока с хеллбатами, там мех вот этот, допустим, циклона хеллбата, или торы какие-нибудь там, то есть без мастанков, просто бейны приходят, выносят первый ряд там хеллбатов этих, и гидра бьется там уже там с циклонами какими-то, я не знаю, или торами. Вот. Да, пошли, посмотрите, гидралом скорость. Рейндж 76 дронов, как же корейцы дронов строят, хорошо, это вообще просто, ну... Не самый еще сильный зерк-компакт, а как-то штампует. Ну, кстати, в последнее время он очень неплохо, ну, стоит отметить, как бы, очень неплохо бьется. Уже пятая хата пошла, понял, кажется, что мех там. Привет, Нюбик. Мастер Колизей 11 числа продолжение, то есть послезавтра плей-офф начнется. Вот. И один будет 3 дня подряд найти, 11, 12, 13, соответственно. Короче, не пропустите. 14.00, я думаю, там начало будет стандартное. Завтра в час стрим начнется, там ASL будет, первый StarCraft будет. Посмотрим немножечко. И... Потом Алималигу перестримлю, наверное, я. И в итоге уеду на день рождения к другану своему, скорее всего. Хотя за финал месяца был ПСК, и мне очень, конечно, не хочется пропускать. Но придется, походу. Посмотрим. Я даже не хочу загадывать, что там будет. Я что-то не спрашивал, что там завтра будет. Движение какое-нибудь или не завтра. Вообще, как бы он шторы продает, как бы у него... Магаз у них свой с родителями, как бы, поэтому у него нет адных стандартов, как у других. Как и у меня, собственно говоря, поэтому тут хз. Здорово всем, ребят. Неплохой Беллингроб сейчас зашел от импакт. Еще давайте по теме, а то чуть не по теме. Всех еще раз приветствую. Сегодня у нас данный турнир вечером, наверное, в кино пойдут. После Варди Викли не будем все стримить дальше. Так, гидра, линга, беллинги тут бьются против меха. Куда-то кинг вперед поломился. Что, он уже выход решил сделать? Бейны без покатух. Ты не понимаю, как можно было сделать гидре рейндж, да, рейндж со скоростью и не сделать бейном покатухи, блин, на этой стадии. В итоге терпит здесь импакт очень сильно, блин. О, локусты пошли. А, здесь уже хостов. Я смотрю, 3 строятся. Я не заметил, что их уже 12. Уже 9 было до этого. То есть 3. Ну, теперь уже с хостами придется биться. Это будет тяжко, на самом деле. Так.
Ну и помните про отлоки падежов, естественно. Ну, про это вы все помните. В общем-то, импакт забегания всякие делает сейчас, и... Вот Рок знает, что локустами надо дальше идти. Здесь, конечно, такой микромомент был, я бы сказал, но зато Тора за это наказал. Ну, тоже как вариант. Здесь такой микромомент был, что, видимо, не ожидал здесь Тора, как бы, импакт, и поэтому бейлингами полетел дальше. Этими локустами еще я просто через оклик летел. А надо через муфами лететь все время до нужной цели. И потом через оклик уже посылать на место, чтобы они сами прыгнули, куда им необходимо прыгнуть. Здесь собачек забегание очередное. Вот теперь на муви правильно абсолютно летит у нас импакт. Хорошо, смотрите, дроп сразу два танка минус. Тут даже не демеджем особо локусты убивают танки, а своим. А танки сами себя сплэшем выносят, просто они падают как бомбы сверху и все. А потом ждешь КД и заново пускаешь. Вот три эволюшена, да, стиль как раз роговский здесь работает. Три эволюшена, два шпиля и делаются бейлинги, гидра. Блин, вообще, кстати, в точности, да, роговский стиль. Помните ту игру великолепную, где в конце рог просто свичем в 30 с лишним муталис, 34, по-моему, убил. Кстати, с кем эта игра была, что-то забыл. Стиваем, по-моему, не Стиваем. Какой-то мех там играл тоже. Или с Гумиху, по-моему. Красмастер Колизея был, как же гелики нажигают, ё-моё, только импакта тут похвалил за, ну, я точнее сказал, что роговский стиль, просто слил всех рабочих в клан, тут 10, 7, 6 юнитов у геликов убито, нахрен так рабочих-то подставлять, 18 сразу импакт заказывает, то есть он не боится потери таких. Ну и продолжается борьба, 6-я, тут хата уже. Здесь лучше бы на эту-то подстроил бы, потому что эту-то в любом случае добудет в перспективе. Ну, две плетки хорошо стоят, одну минеральную линию, наверное, надо поставить, чтобы она вот и гелики так заехали, потому что она бы затыкала бы их, они бы столько бы не убили рабочих. Так, здесь неудачное очень забегание бейнов идет. Никуда не прошло. Здорово всем, кто там пришел. Тут танки подзаспичены. Ну, кстати говоря, знаете, что еще у импакта не так, как у Рога? У Рога свармхосты вот только закадешились локусты, он сразу же пускает в любом направлении. Потому что чем чаще ты их пускаешь, я уже объяснял не раз, хоть туретку они убьют, хоть танк, это все стоит ресурсов тирановских, и это будет в плюс. То есть дать что-то там выжидать ими ни в коем случае не надо. Вот сейчас вот, вот смотрите. Все, закадешились, они у импакт стоят почему-то. Никуда он не идет. Давай, беги, импакт, что ты стоишь? Вот, обошел здесь. Да пофиг на сенсор тавра. Сюда обошел, отсюда приплодил, там сюда. Отсюда сюда, там отсюда все. Постоянно вот у Рога они вообще на месте не стояли. Они только курсировали по карте, по крипу туда-сюда. То есть сначала сюда сделал, потом перевел сюда. То есть тиран даже здесь как-то подготовился, в другое направление начинаешь. Вот пошли. Ну тут секунд 20 просрал, как бы уже. Их 20 больше даже просрал. То есть не делал этих локустов в итоге. Да, здесь надо Тора бы вытянуть. Нафиг там зелень-то нужна. Танчик вытягивает один импакт. Тор падает. Еще локусты продолжают давить. Давит достаточно успешно здесь, по-моему. Инновейшн, думаешь? По-моему, инновейшн. Да, возможно, инновейшн там же.
А это не мастер Колизей был, это знаете что было? Это GSL Super Tournament был, да, там на Main Ovation был. Вообще надо посмотреть по сети, тогда сразу вспомнится. На GSL Super Турнире. Что там было? 2-2 в шпилях, третья атака здесь по земле пошла. Грейды скоро тройки все будут, естественно. Локусы опять вперед летят. Хелбатов что-то тут настроил у нас. Три бейна катится куда? Ну так дэмэдж депошечкам нанесли. Да, танки кубелят сплэша. В это время гидра плюс локусы атака пошла. Выбивает часть танчиков импакт, но все-таки не продавливает. И 98 собак заказано просто. Так, что, собрался вперед идти? Кстати, Рок тоже так сжирал маслингами оппонентов своих. Блин, ну маслингами без вообще прикрытия. Вот локусты плюс маслинги, это да. Вот сейчас вармхостами сюда локустов плодить и собачками за ними забегать. Вот когда они прыгнут на землю, собаками врываться надо. Либо одновременно, вот атака пошла, локусты летят, линги врываются, только на мувиями надо забежать. Ой, как криво здесь забежал импакт. Локусты, пишет, там повыносили, но собаки вообще щи просто развалились. И вот мута пошла, 24 муталиска, неплохо. Надо бы высвободить лимиты еще, потому что что-то маловато муталисков-то, нет, 24 штучки. Но, а что есть у тирана? Кстати, торов-то нет, какой момент хороший подловил сейчас импакт, молодец. Но мута пока что на 1-1 грейдах против, ну здесь 0 атаки, например, на викингах, только 3 брони, все. Зато 4 либератора. Ой, либераторы, кстати, могут здесь зайти не очень. А, он вообще не в лоб муталисками полетел драться. Ничего себе, он полетел. 6 часов убивать, оказывается. Вот оно что. Мута прилетает на ЦЦ-ке. Проблема на планетарочке. КСМ-ок вынести. Муталиски викингов, либераторов летают. Сплит от импакта просто царский. Викинги падают, либератор отступает дальше, здесь одна туретка есть. Сможет либераторов забрать? Сможет, я думаю, и либераторов забрать, здесь импакт спокойно. Смотрите, атакуют. 2-2 грейды доделались, 3-3 бы на одному ту заказать. Все выносят. Танчики в центре начинают тоже выносить. Но больше муталисков заказывать я смысла здесь не вижу, на самом деле. Потому что муталиски, ну, как бы, они дело свое сделали. Они вынесли воздух, тут... Импакт получил преимущество, сверху база там позатерпела. Танчиков навыносил просто невероятное какое-то количество. Ультрал Кеверн пошел, еще Ультралис Кеверн, зачем? Так, сенсорка минус очередное. Викинга пытается принять, викинга примет. Да, принимает викинга сверху торов, импакт должен был увидеть и убить. В это время 12 часов выносят гидрой, ребятки. Кажется, заполучил полноценное преимущество здесь импакт и... Муталисков слил даже. Муталисков слил, почему-то импакт. Здесь гелики ездят. Тут есть чем их встретить. Инга гидра. Сванхостов пачка. Очередная хат сверху, которую можно было бы и отбить сейчас. Дронов 70. 3-3 воздух попер. Грейдики. Так, адреналин. Это ошибка, адреналина нет на хайвовых технологиях давным-давно. Да, казалось бы, что тут собаки. Но все равно пригодится адреналин. Здесь отбился. Нет, что-то один хелбат здесь. Походил и ушел. Ой-ой-ой, сейчас этот дрон приведет к своим... Сейчас он устроит тут хелбат этим дроном. Начинает нажигать. Тут гидрал пришел, объяснил. Или не объяснил. Блин, как они их гидру жгут. Это просто жесть. Еще бы залп один и все. Минус гидралис был. Коров тут локусты дропаются, ребят. Зелень по танкам пошла, гидра наламывает, плюс локусты танчики в зеленке. Сегодня есть либераторы, ё-моё. Куда он там полетел, как эти комментаторы делают? Постоянно на туриках на этой карте кто-то улетает там. Не комментаторы, а кто там, ну, стример, не стример, а опс. Постоянно приближает. Короче, здесь опять гелик ПТ едут, линга гидра принимает. В итоге кинул на 5 базах, как и был. То есть он сейчас досасывает эти ресурсы, и все, у него ничего не будет дальше ресов. А здесь 4К на 4К, все везде добывается, 80 дронов. Ой, либератор, кстати, летит. Хорошая цель для него, вообще никого не спорки, ничего нет здесь. Начинает стрелять. Не реагирует пока что у нас...
никак. Импакт, вот сейчас гидра пришла, успеет подрезать. Через оклик, не через мув пришел, печаль. Спорка, две плетки сразу заказано, правильное решение. Ну, 70 дронов, может быть и лучше, там несколько погибло, боевого лимита побольше у зерга будет. Кстати, импакт, он из-за боевой особо не парится, то есть у него, смотрите, у него есть 20 лимит свободно, он не спешит ничего заказывать пока. Не понимаю, что успеет, если надо будет заказать. Так, еще одна хата. Импакт что, озверел, что ли? Куда ему хат-то столько, ё-моё? Ну, хотя не, хаты нужны, почему бы и нет. То есть, раз тиран позволяет. В принципе, тиран стационарно засел, ломиться импакту в лоб на него не хочется. Наши рабочие атакованы. Так, ну что с Твичом произошло, я чуть не понял. Месторождение. На Твиче 20 человек осталось. Хотя было сотка с лишним. Странно. Пошла атака. Здесь гелики заехали, он две плетки. Сейчас там все примутся. Тикин-то отбивается здесь. И боевого даже больше стало. Но у импакта вы видите, какой запас. И, ну, 19 гидралов заказывает. Почему бы здесь уже караптерами плюс брудами не точку в этой игре не поставить? Даже не знаю, еще и 10 дронов заказал. Все ему мало ресурсов. Все мало, блин. Сейчас локусты приплодятся. Кин уже с мейна ЦЦ-ку переводит сюда. Странно, как-то с Твичом, с этими цифрами бывает всякое. Так, 28 гидралов, 14 ламхастов, 3 вайпера, какой гидрат поперло? Вниз. Зеленку поставь там на планетарку, убей ее наконец. Так, викинги притягиваются, танки не зато не притягивают. Что он делает вообще, не пойму. Тут дорога ему исполнения еще на самом деле есть куда грейдиться, в общем-то, дорога исполнения. Опять на планетарку на лом пошел. Здесь либерки сбоку прилетает, зелень кинили, там что-нибудь. Гидра раскладывает здесь все, планетарк падает. Здесь ресурсов уже не было, толку особо нет, но ГГ, здесь локусты прилетают, ребят. Просто медленно, но верно, импакт дожал.
Акап поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает, на борьбу с дебилизацией. Спасибо, Лукунь. Короче, второй полуфинал Тивай против Билла ждем мы. Так, что за хрень вообще? Сейчас карты запилят. Пацаны, и Варди создаст. Да, Рамчик, ты тоже заметил, я тоже заметил, клипы появляются, вот, оказывается, бля, вот это прикинь, да таким ничтожеством по жизни быть, как бы, это же просто жесть вообще. То есть, мне кажется, что тут даже такая ситуация, что, ну, как бы, понимаете, как бы, было говно у меня тут на канале, я его просто убрал и не воняет, а нет, воняет все равно. Мне кажется, тут даже родителей как бы не было, просто как бы... Потому что, ну, тогда бы такого не могло бы просто происходить с человеком, да, как бы. Ну, то есть, как-то там, может, воспитали бы. Как, конечно, и раньше люди такие были, разные всякие, но... Понимаешь, как бы, мне кажется, его просто выкатал кто-то вот на белый свет. Просто нужно убрать, как бы, и все. И тогда, может, этого не будет происходить, хз. Ну, честно говоря, ну... Прикол это, конечно, полный. Так, Тивай против Билыча сейчас у нас будет биться. Что-то долго они... А вот, все, почеркали. Что-то там подзалипло, да. Так, инвайт пошел. Странно, куда на Твиче все пропали люди. Ладно, Тивай Билл, уверяет, реклама, я спильну. Спасибо всем поэтому за отблоки, за все дела. Погнали. И стрим, главное, работает. Надо потом не забыть, если со стримом косяки будут, чтобы с консоли инфу послать.
Все, ребят, Тивайчик против Билыча. Начинается у нас игра. Бо 3. Это, соответственно, не видно игрока. Давайте-ка впилим сюда. Билую. Что это? Билую. Игра приостановлена. Подобных экземпляров не избавишься. Ну, в интернете-то точно не избавишься, как бы. Ну, на самом деле, меры-то можно принять, как бы. Я так думаю. Так, короче, ребят, первая карта у нас. Акалит у нас карта. Пилон Гейгас Нексус кибернеточка убила и стандартная. Нексус карманный получается, не снизу. Здесь будет пилон от запрыгивания рипера вот с этой позиции получается. Этой позиции. Ну, а у Тивая, соответственно, барак газ в рипера, в ЦЦ-шку, в реактор и в третью ЦЦ-ху, что ли? Я что-то проверил здесь, как будто мне вкал ЦЦ-ху третью хочет запилить. Точка сбора у Тивая не поменять. Да, третий ЦЦ-ху пойдет, но точку сбора-то надо поменять, наверное, все-таки. Да, меняет точку сбора, все правильно. Рипером проверяет все прокси, даже не летит, в общем-то, он к Биллу. Тивай халявщик еще тот, конечно, это мы все знаем. А здесь в Adept Stargate продолжение. Тоже сейчас это практически, я не знаю, стандарт, ну, самый, наверное, часто используемый билд в ПВТ стал. Причем разных вариантов можно исполнять. Одного оракула подстраивать просто и больше не строить. Там два оракула и фениксов потом, одного оракула и фениксов. Побыстрее в другие технологии перейти, или там со Старгейта иметь фениксов, там штучек 6-7. Улучшение командного центра завершено. Принимает рипера здесь, билую. И да, посмотрите, оракул фениксов попер. Точнее, в одного феникса. Не знаю, зачем один нужен. Та, с зергом один, понятно, зачем нужен. Оверов можно позбивать там. Да, с тираном просто один, он как бы не бесполезен. Да, он дропы сможет напрягать. Но, по сути дела, как бы, ничего серьезного он делать не сможет. А вот несколько фениксов, они уже могут там, я не знаю, поподнимать рабочих, позалетать. Кстати, инженерка есть, на второй туретка есть, что мешает здесь поставить. То есть, смысл мариками... Да, мариков достаточно, чтобы оракулу сдирать, но если умудряется человек подрезать рабочих прямо под мариками, лучше туретку-то впили, блин. Так, два барака Steam, ну 30 цехи, экономика утевая просто замечательно, и все прекрасно. Короче, у него здесь третий Nexus. Thank you.
Так. Так, какой-то код там, посмотрите, написал у нас Наруто. Что это за код, короче? Кстати, может быть, таким образом можно... А, что значит $1 фри, свободно, я не понял смысла. Типа, если код это ставить, плюс бакс там будет, что ли, или что? Не знаю, ребят, не знаю. Вообще, поддерживать надо, турики тоже такие. Варди там. Пацанов, которые зовут, почему бы и нет. Третий СЦ хоть его и начинает качать, убил его уже. Третий Некс тоже начал качать. Правда, газ он, например, здесь не добывает. Фениксов масит и масит и масит. Уже 5-6 строится. Чаш и броня пошла. Плюс гипи и вторая фаржа, ребятки. Так, а робота есть вообще? Ну, Феникса начинают гнать. Нет, роба, кстати, нет у Протса. То есть он чисто без роба стиль играет. Но он понимает, что такой халявящий тиран. Все, он... Ну почему Тивай могу сейчас вот минки, например, начать добывать, на факте реактор построить и начать минки строить. Но пока этого не происходит, как вы видите. Так, что прям вот этих мариков не забритить? Ну хотя да, тут смотрите, здесь оракул демеджен и два феникса демеджен. Может 3 юнита было потерять, убив этих мариков. Смысла в этом я тоже особого не вижу. Щиты Тивай забыл, кстати, заказать, но у него только Steam недавно доделался. Ну про щиты лучше бы ему вспомнить, иначе как бы проседание будет серьезно. И армори на мэне делается. Второй инженерка есть. Да, посмотрите, как разнесены, ничего себе. Надо биндить, а то не очень удобно грейдики будет заказывать. Давайте посмотрим. Ну, одна забинжена, по крайней мере, инженерка. Вторая нет у Тивая. Щиты он так и не заметил, не заказал. Там четвертый Нексус попер, что-то бегает здесь. Спасибо, Кобрыч, не знал про это. А что, видите, пацаны, куда там, что? Я не знаю, как там это скопировать-то. Отсюда можно? А нет, отсюда нельзя. Блин, я хз, короче, как отсюда копировать, я потом вам в чатик бы скинул бы все. А просто нельзя так. Не, ни хрена здесь нельзя делать. Само сообщение прям в игре. А жаль. Один газ, рабочий один только. Газ у Тивая, почему-то на мэне таскать тоже косяк, конечно. Про щиты заметил свой косяк сейчас, да? Викингов начинает Тивай масть, плюс гасты, плюс 4 ЦЦ, 2-2 делается, очень пассивная игра проходит. Ну а куда Тиваю лезть? То есть он уверен в своем контроле, уверен в том, что гастами зарешает, плюс викинги, естественно, намасятся. Старпорт у нас 2 уже, где? Ну вот они 2 рядом и стоят. Потери, кстати. Потери то путь. Билу и 0 юнитов потерял в этой игре, ни хрена себе. Вообще неплохо. Так, ну что же, 2-2 у Тивая. Вообще готовность атаки 10 секунд. Тут сейчас она будет доделываться. Вот он выходил. Здесь Марик, Фениксов, тылу зашатали. Фениксов убил их, кстати, много их, 9 штук. У него есть... А, у него нет штормовиков. Кстати, у него микс-то такой, вообще без штормовиков, без все. Скан, дропщик пошел. Нет, не дропщик. Мазеркор подрезал зато Тивая. Ну, нормально, хоть развел на Мазеркор. Получается. Так, здесь у нас фениксы, плюс марики, плюс мародеры. Фениксов. Так, надо под туретку отступить. Феникс слишком много дамага, по-моему, наносит здесь.
Это не очень хорошо. Так, ребят, мне чел звонит, подождите. На поле боя. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Месторождение минералов истощено. Вступаю в бой. Так, все, ребят. Так, код купона ВТВ WTV 18. Месторождение минералов. А ты-то ссылку найди. Вступаю в бой. Вот. Месторождение минералов истощено. Пацаны, кому не влом, зайдите вот по ссылочке в чате и, ну, задоньте на данный турик-то, почему бы и нет. Бесплатно, то есть вас денег не заберут. То есть код этот вставляется, и плюс бакс призового к турниру получается, да? Крутая тема. Так, ну Билови занимает 9, ребят. У него очень сильный микс, у него 3-3 грейды. Тут рейндж либератором, прям супер макро ТВП какой-то начинается. Редко такой матч, когда увидишь, что... Так, да, блядь, на Твиче не понял, куда люди делятся на Твиче. Было 100 с лишь человек, 20 осталось. Смотрите, там со счетчиком что-то не то почему-то. Вот. Так, гейтов у нас тут 13 штук. Где-то еще один сныкался гейт, да? Да, вот 13, даже не один, там два я не выбрал. Это хорошее количество, конечно, у белого игроиды. Хороший плитбикон, там старгейты пошли. Здесь какое-то забегание интересное идет, зелки. Опа, погоня, посмотрите. Здесь бригада и здесь бригада такая. Стенка на стенку идет. Марики, все по чесноку, короче. Пацаны без этих медиваков. Зилки у нас этот... Так, минус просто 4 феникса, минус Роба Бэй. В это время Тивайз развел, зашел на 9 часов. Здесь пытается дальше пробежать, но здесь выпилят. Сейчас быстро зилки, все. Так, все уже... А, уже не заюзать, понял, короче. Печально что-то, да. Значит, да, уже все сделали. Спасибо, пацаны, за помощь. Хотел помочь товарищам буржуям. Я с призовым на турнир. Потому что нам это посильная помощь. Несложно, да, как бы запариться. Но уже видите, что там что-то не то. Короче, ребят, Биллу идет бой. Тивай принимает бой. ЕМП по сталкерам. Сталкеры там почти с удара. Либераторы их кладут. Было бы две атаки с удара бы после ЕМП бы разваливали, но здесь просто, ё-моё, какой здесь разгром вообще происходит. Либераторы дальше идут, марики на колоссу, хочешь ты идешь, ты тивай, ё-моё, чё за наглость-то? Пожгло мариков в итоге, ну, либераторы колоссов зато вынесли, пришел прирост сталкеров, тоже тивай убил, ГГ, ребят. Ну, просто вот он чё не боялся. Понятно, спасибо, спасибо за информацию, Кобрыч. Значит, уже все до нас сделано. Ну, то есть призовой-то фиксированный 75-25 есть у Варди. Как бы как это вообще происходит? Вообще как это работает, я не понимаю.
Так, секунду, ребят. Сейчас надо позвонить мне. Отойти на секунду надо. Будет, сейчас человек зайдет ко мне. ГСМ готов! ГСМ готов! ГСМ готов! ГСМ готов! ГСМ готов! Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге! ГСМ готов! Так, все, я здесь, ребят. А, фиксированный плюс донат с матча с этого. Все ясно, Кобрыч. Спасибо за информацию. Вторая карта, Тивай против Биллы. Приближается предполагаемый финал, вероятный финал Тивай против Импакта. Мы посмотрим, насколько Тивай готов. Потому что Импакт, например, на Близконе не участвует. Тивай участвует, но Импакт очень неплохо в последнее время. Вот и посмотрим, как они друг с другом сыграют. А пока что еще Биллу надо Тивая одолеть для начала. Для начала надо бы Биллу одолеть. Пролетает Рипер. Адепт не успевает его убить. Залетает наверх у нас Тивая. Ну, понятно, Верчаш не пожалел Биллу. Минуснул Рипера. Ну, а Тивай все абсолютно увидел. То есть он увидел Твайлайт. Он увидел то, что робо строится. Я думаю, он успел прокликать. Скорее всего. Вот. ГСМ готов. Пристройка завершена. ГСМ готов. ГСМ готов. ГСМ готов. Пристройка завершена. ГСМ готов. Пристройка завершена. Так, закрываем все лишнее, ребят. ГСМ готов. Не, ну пока все работает, все нормально.
Плюс 2 барака у Тилачика. Рейвенов строит, кстати говоря. 6 мариков, 1 бункер. Инженерка поздняя очень. И танчик. Один танк или несколько Тилай будет. Вопрос уже пока открытый. Рейвен сразу же полетел. Харас или не полетел? Нет, пока дома висит. Может быть, обсервера кого-то принять хочет у нас Тилай, кстати говоря, как вариант. Он может принять его. Потому что вот он прям сюда и летит. Куда точка сбора его стоит? Не знаю. Здорово, Лев 699. ФП, да, практически не играю сейчас. Ну, возможно, как-то возобновлю. Не знаю просто когда. Так, вот опс, пожалуйста. Ё-моё, как человек принял его замечательно. Прям вот в лапы прилетел. Пока что не играю, да, ФП. Не знаю, может, первый старик как-то поиграю, может, во второй. То есть посмотрим. Скоро будут турниры по первому старику. Как мы, ну, делать будем. Вот, и... Не знаю, пока нет времени как-то. Ну, то есть, играть для меня, то есть, это, ну... От того, что там 3 игры сыграешь, 3-5 там в неделю, блин, только гореть будет на самом деле. Ну, потому что даже руки не восстановить. Как, то есть, чтоб надо, хоть чтоб... Хоть более-менее пошло, нужно стабильно играть, то есть, и каждый день. А возможности такой нет, поэтому... Смысла в этом я и не вижу особо. Хотя, с другой стороны, ну, фуфанчик можно там что-то попроходить. Не знаю, может, в ближайшее время там с корешем, если буду играть. Вот Илюха должен на близкон приехать еще, может, здесь. У меня была идея, может, комп здесь второй собрать, пособирать. Ну, хотя нет, там будет что стримить и так на мой плюс. Как бы надо будет уехать тоже. На природу сгонять здесь раз приедет. Если приедет, еще пока не 100%. Но весьма вероятно, да, что близкон с Илюхой, с Красти Крабсом будем здесь стримить мы. Вот. Короче, разберемся. Так, я думаю, что скины поиграть там, скины, чтобы купить эти, как бы, и... Чтоб по приколу были, короче говоря. 101.93, но... Пока не до этого. Пришел Тивай, ребят. 101.3. Это лимиты были сейчас. Пошла атака. Автотурели в тыл там за Иммортал. Танчиков выносит Билла с двух сторон. Зашел, кстати, просто прекрасно. Зашел, кстати говоря. Автотурели немножечко поломали. И Тивайчик на вторую базу полетел. Обманул немножечко. Он бил, и ему просто даже встретить особо нечем. Конечно, Марики. О, привет, Мазерфорг, блядь, Тивай. Минус Мазерфорг. Да, оверчаш он выставил, лотов. Что дальше-то тут тоже не прикрыт. Сталкеры, конечно, блинкаются. Ну, Тивай находит уязвимые места все время. И двойной дроп еще на третью прилетает базу. Что за звук такой был? Так, Steam что-то врубился у меня откуда-то. А как он врубился, я не понял. Так, пока ушло, не знаю, как это он... А, или он автозапуск, может, ладно, потом разберусь, может, там просто автозапуск стоит у него. Да не, я вроде из автозагрузки убирал все. Так, ну ПВА пытается Тивай задропать здесь оппонент своего, у него не очень-то получается. Здесь он завис для медиваки, им никак не вылетит, пока нужен какой-то отвлекающий маневр, чтобы там разобрать. В это время здесь забегание идет. Так, кстати, Гвардиан есть у центре, между прочим. Минка по адепту Флопенчик делает. Пытается Тивай там пробить некуда. Ну, некуда не пробить. Еще одна минка, а вот сейчас уже нормально залетает. Сразу фокус центри и фокус Иммортала. Хорошая работа, но чертов Биллови молодец. Посмотрите, он был внимателен, и он заметил, в какой именно медивак сели юнит, и его фокуснул, сбил. 10 лимита Тивая забрал. Ну, Тивая вот еще один выход делает с двумя либераторами уже и 5 медиваков. Здесь будет, здесь обсерверов нету, которые контроль либо... Нужно вернуть опс сюда, вот сейчас минка будет выбита опсом, скорее всего. Ну, Тивай еще минка вперед ведет. Не опсом, конечно, а юнитами, с помощью обсервера.
Оп, ну по адепту прилетело, смотрите. Ну а что ты тут блинкаешься? Так интересно, бил ее такой, молодец, блинканулся. Обсервера, кстати, можно было бы забрать. И забрал в итоге, посмотрите. Здесь Рейвен на второй базе автотурели. Ой, как Мазеркор, как они покрошили. Мазеркор падает, четвертый Никс падает. 161-137. Здесь все еще сталкеры стоят, дроп контроль. Вообще будут так вот вниз не сорваться, им не пролететь вообще. Да не, мне кореш спрашивает просто, что я тебе, говорит, вчера видел. А я его вчера не видел, конечно, точно. Походу он упорот был сильно. Потом позвоню ему, короче. Вот. Потом позвоню ему, узнаю, что там он хотел. Так, Сминку выбивает, ребят, Билыч. На четвертом Никсусе ставит четвертый снизу на уграунде. По технологиям какая-то печаль, чисто гейтовое мясо. Вот сейчас только колоссы пошли. Четвертая ЦЦХа. Тивай, кстати, с мейна ЦЦХа перелетает. Рейндж Либератором. 2-2 грейды. Все делается опять. Опять автотурель. Кстати, убил его Старгита, а нет? Нет, Старгита. Я думаю, что висит здесь тут? Я забыл, наверное, уже про этот дроп давным-давно. Или не забыл. Ну, видно, что на F-ку, на F1 Тивай не жмет. На F2, точнее. Сильно много. Так бы этот дроп был уже давно погиб. Кстати, смотрите-ка, сейчас идет интересная тема. 5 медиваков плюс 5 либераторов. Все это летит на мейн к Биллу, похоже. Или нет? Сейчас через обсервера может Тивай прям полететь. Надо через верх лететь. Здесь ближе обычно обсы висят. Если он до мейна долетит, то это будет вообще жесть, на самом деле, для процесса. Но еще попробую долетит. Потому что обсервер здесь есть. Так, буст медиваком пошел. Сталкеры пока отреагируют. Время пройдет. И Тивай долетает спокойно. Пока сюда Биллу придет. Пройдет время. Здесь, кстати, сталкеры-то есть тоже. Дропается, стимится. Выносит пилон, чтобы до варпа не было. Гейты там грейд сбривает. А еще либераторы заново переразложились. Так, переразложились. Либератор заново под блинк, под либераторов. Минка сталкером... Очень неплохо бомбит сейчас по сталкерам. Рейндж, кстати, готов либеркам. Просто с помощью рейнджа немножко расплетил здесь. У нас Тивайчик сталкеров фокусит. Ну, всех не отфокусил. Короче, отбивается в итоге Биллуи здесь. Но Тивай в это время выход на центр делает. Так, а здесь медиваки. Кто их сбили, вот эти, что ли? Похоже, что да. На центре Билл приходит, плюс либераторы прилетают, и медиваки прилетают, и ГГ пишет Билл. Ну, Тивай хорош, конечно. У него стиль не такой, как у других тиранов корейских. Не, ну, он немножечко отличается, но в этом есть прелесть своя, как его. Но в целом мне нравится, как Тивай играет, например, макро жесткая. Финал, Пак против Тивай, бо 5, да. Ждем. И это ТВЗ. Ну и Тивай, я думаю, должен будет фаворитом по всяким коэффициентам. Но вот у Импакта есть шанс, мне кажется, и неплохой, потому что он очень круто отыгрывает. Последнее время. Ну не будем забегать вперед, давайте просто игры посмотрим эти великолепные и порадуемся хорошему Старкрафту. О, и на Твиче зрители вернулись. 136, было 20-ка.
Абиссал. Глубоководный риф. Путь на Айву, вторая карта. Дальше непонятно пока еще. Так, все собрались, ребят, сейчас начнется все. Сделать, чтобы орбиталка не могла летать. Да не, надо просто делать, чтобы у зергов хата могла бы зарываться и как гриб в другом месте вырастать. Причем даже где-нибудь, ну, где космос на картах, там сбоку где, знаешь, там на платформе орбитальной выросла, и все, ее не убить с этой карты. Типа как тиран здание увел просто в бок. А у Протаса просто нет, долго бы телепортировался, например. Вот. Так, что за дела? Секунду. Так, все, я здесь, ребят. Извиняюсь. Давайте смотреть продолжение, короче, битвы у нас.
Финал у нас Тива Импакт. Первая карта глубоководный риф. Красный Тива и синий Импакт. Так, надо Биллу убрать. Погодите-ка, сейчас убираем Биллу, да. Вот. И что можно сказать? Тива играет ЦЦ-ху первую против Зерга здесь. А что же у нас Импакт? Импакт пул первый, хату, говорит, пул газ у него был. Газ не самый ранний, скорость он ран не закажет. Но и собак, соответственно, много здесь делать не будет. А на самом деле, если бы 6 бы заказал собак, они бы очень сильно могли понапрягать бы Тивая, как мне кажется. Сколько Импакт будет? Вообще лингов он делать мне интересно. Да, 2 заказывает собаки вообще. Не, не зарываться хотя, а перерываться, например, хочет, чтобы она вот где-нибудь здесь оказалась, вижу, типа зарываешь, и чем дальше, но она медленнее, как бы на ближнее расстояние, она быстрее будет перерываться. А можно вообще вот сюда куда-нибудь хопаю, вот где здесь вообще поверхность есть где-нибудь? А вот сюда вырвалась, она и здесь такая маленькая стоит, а ты, блядь, бегают остальные ищут. Где же хата юниты? Никак не убить, все, как тиран улетел, типа в космос зданиями, так и хатка туда. Здорово, маньяк, здорово всем. Кто не дам подошел? Ну, собачки бегают, рипера, то есть Стива играл в ССЦ-ху первую, еще и через рипера, блин. Собакам скоро будет готово, кстати, и у Стива юнитов тут кроме рипера вообще нет, кстати, опасный такой момент, я вам скажу. Очень опасный момент. Все, скорость через секунду будет готова. Готова скорость, но почему-то не бежит вперед у нас Импакт. Тивай меняет местами, там факторка, гелики пошли, барак перелетает, Мариком Старпорт рядом строится, Рипер все еще на патруле. Как только гелики будут готовы, все, уже собаки ничего не сделают. Тут, пока Рипер был, они помогли забежать убить Рипера. И, ну, то есть, так, Рипер улетел, сейчас гелики будут. Уже, потому что, я думаю, Импакт это понимает прекрасно. Наши войска атакованы. Все, скорость овером готова у Импакта будет он залетать. Все, проверять. Армори пошло у Тивайчика. Интересно. Армори это может быть даже мех стиль. На самом деле Тивай умеет играть в мех. Давно причем он уже мех играл. Но как-то вот в последнее время не припомню. И у Тивая мы вообще не часто видим вообще. Интересный контроль тут на геликах такой был. Сав все-таки спас гелика. Здесь Хелбат у нас зашли на третью. И Либератор на вторую залетает. Его от королев как можно дальше отходит, чтобы им подальше скрипом необходимо было выйти. А Либератор на вторую раскладывается. Причем не видит этого. Импакт затанчил как Бэйном. Замечательно, ё-моё. Рабочий уезжает. Либератор все еще стреляет. Здесь очень неплохо. Дома Банша с Инвизом. Мне кажется, что-то био Тивай будет играть. Я не вижу факторов больше добавляющих, ничего здесь нет. Так, Либератор еще наглее дальше заблокировал добычу сейчас Импакта. Хелбаты все еще жгут. 4 гелика едут сюда. Может быть, имеет смысл на вторую ими просто проскочить. Да, вот так вот, прямо сюда. Я-то Тивай правильно понял то, что я имел в виду. Залп, минус 2 дрона. Заезд сюда, королева падает. Еще дронов выпиливает, Тивай заезжает под Либератора геликами, они прикрывают Либератор в итоге гелионов, Либератор падает, ну 16 дронов не досчитался, 20 дронов не досчитался Импакт, ребят, похоже здесь все ясно в первой карте, и
Это минус 20 дронов, и это минус... Хотя нет, здесь мех. Против меха еще можно ожить, на самом деле. Но, мягко говоря, не очень адекватная экономика для выхода. У меха 53 на 40 рабочих полю тирана. Третий цех уже готова грейдиться орбиталка. 5 факторок здесь. То есть сейчас Стивая даже, я думаю, не надо никаких танков строить. Ему надо просто масить... геликов, халбатов и циклонов. И добивать плюс один идти просто не париться. Как бы. Я думаю, что Зерк, ну, тяжело ему будет подстроиться к такому таймингу. Тем более банша с инвизом есть здесь. А, две даже банши. Ну, неплохо, тевай ножок здесь. Опа, а чем сбить? Чем сбить-то? Сбить-то чем? Вообще непонятно. Так, погодите, что-то... Что происходит? Так, а сколько времени? 16:57. Так, две факторки вообще без пристроек, кстати. Реактор лаба вот только-только пошла. Выходит Тор, надо забрать его и полететь овера сбить, короче говоря, потому что он блокирует добычу. Тевая уже четвертый цеха, правда, строится. Надо лететь, добивать, конечно. Плюс депохи у Тевая пошли сразу в стенки. У него, кстати, саплай блок очень скоро мог бы быть. Здесь уже четвертая готова. Рабочие на дистанс майне сейчас назад вернутся. Да, вернутся назад. Забегание лингов идет. Здесь две банши есть. В принципе, они более-менее адекватно против собак дерутся. И быстренько их минуснут сейчас. В это время гелий, которые Харас активая. Синего пламени нет. А зря синего пламени нет. Несколько геликов поставил впереди. Затанчил бейнов. 126-108. Очень неплохой такой стиль Тивай демонстрирует. Торы нормально дамажат. Взрывают там и бейнов. И против собак танчат хорошо. Хелбатиков Тивай трансформирует, после того, как увидел, что Торов, простите, бейлингов не осталось. Против бейлингов геликами, конечно же, выгоднее драться, они просто, ну, кайтят их, уходят, в общем-то. Так, два дрона выпил, чуть 10 армия разделилась, в итоге у Тивая Торов начинает уже терять. Точнее, Торы дэмэджатся очень сильно, но приходит прирост. Один Тор задолбался уже стрелять, я же смотрю, он стреляет, стреляет. Все, может проатаковать, все-таки имеет смысл. Танчики оттягивают. Тор, отходит, да развернись, и тут три гидралиска, ё-моё, всего. Отступает Тивай, импакт пытается нагнать. Тор сагрился, да зачем ты сагрился? Да, Тор, зря ты сделал, 16 юнитов убил и был потерян, к сожалению. 2-1 грейды, ребят, заказывает Тивай. Все, гелики на синем пламени. И, кстати, гидрат куда-то вылупил здесь далеко. Чего Тивай боится-то? Гелионами бы сжег, мне кажется, в хлам вообще. Побоялся что-то сзади ехать. Но все равно 138-103 по лимиту. Понапрягал немножечко импакта здесь Тивай своим выходом. Ну, я бы даже сказал, не немножечко, а нормально понапрягал. И опять, в общем-то, отступил, начал маститься. Причем в этот раз с либераторами. Да. Так, по гидре залп, минус 2 гидралиска. Но и гелик вот сразу же слилось. Нет, не надо на такую пачку гидры. Ядру геликами можно подрезать, когда ты видишь, что их больше. Просто заезжаешь, прям внутрь окружаешь, она там с залпа вся гибнет. Вот это фиктивно. Такая там равное количество, то есть не очень обычно заходит. Так, 155, 157, 113 по лимиту. Два старпорта Тивай делает еще. Либераторов масить собрался, что ли? Может быть, и либераторов, может быть, не либераторов. Вот здесь ошибка, то редко всего одна. Здесь еще по одну запилил, и уже бы тяжелее бы такие вещи было предпринимать. А если у инженерки, вот она как раз здесь находится, сделать грейдик на дальность турецку, то вообще прекрасно все будет. Так, зашли, все. Лучше ее не вот так ставить, а с краю, чтобы она заранее встречала. Хотя здесь, может, вижена нету. Да, здесь особо вижена нет. Так, 108-244, вот наконец-то импакт выходит свармхостов. Но здесь выход к нему уже пошел, и боюсь, что свармхосты могут здесь просто не зарешать. Потому что они сейчас будут дома бой принимать первый.
А дома принимать бой — это не очень хорошо. Кстати, здесь можно было бы не хелбатами, а геликами. Если бы Тилай вот сейчас скан заранее кинул бы, увидел же гидры немного. Заехал бы геликами, и вообще все хорошо было. С другой стороны, хелбаты против локустов неплохо затанчат. Вот они уже полетели вперед, локусты. Сейчас прыгнут внутрь. Танчиков часть сиджевает Тилай, чтобы дамага поменьше получить. Ведет вперед. Локусты тут прыгают на передние танки. Да, выпиливают там. Да, они ничего не выпиливают. ГГ, ребят. Ну, тут такое начальное преимущество было хорошее после 20 рабочих уничтоженных, что просто не хватило в итоге. Не хватило времени импакт, чтобы как-то отмаситься. Здесь он пытался, конечно, но что-то печально. Оказывается, 25 лет назад Mortal Kombat вышел, тут я заметил, в ленте случайно. Прикольно, прикольно. А мы ведь не улепились. Сделай тебя модератором, а зачем тебе модератором-то делаться? Чтобы показывать свою власть? Да не, пока модератор. Есть модераторы, как бы достаточно. Сейчас я думаю. Вторая карта, Тила Импакт, ребят, погнали. Путь на Эвор у нас карта. Бо 5, силачек уже 1-0 повел. Стоит отметить, если бы в прошлой карте Тила еще минут 5 хотя бы посидел бы, с вармхосты бы начали бы окупаться хоть немножечко, может какой-нибудь шанс и был у импакта, но в принципе не надо было 20 дронов терять, вот основной момент, конечно, и оно и понятно, что это бы зарешало. Ну, Тила очень грамотно там удар нанес, то есть он отвлек хелбатами на 12, залетел либератор, которого тоже, против которого вынужден импакт был контроль, еще и туда заехал. Так, аферист 84. В рейтингах ты имеешь в виду, чтобы ладдер играть? Ну, ладдер Вола и Фокса первой и второй части тоже есть, как бы, тоже есть. Но там людей мало. Конечно, все играют в лотов. Надо третью покупать, она ни к какой части не привязана, на самом деле. Сейчас, и она стоит там, сколько там? Я еще недавно на квартиру смотрел, то ли 800 рублей, то ли 900, дешевле нет. В какие-то моменты и по 3 сотки было. Был лот. Зато ход сейчас, второй StarCraft часть, Heart of the Swarm, 337, там на G2 есть даже. Там как-то вообще просто дешево можно взять. Для тех, кто компанию любит проходить. Что, ребят, здесь 17-я хата Гаспул. Давайте по игре. Путь на Эвер. Синий импакт, красный Тилай. Так и будет, наверное, до конца. 11 часов Тилай, 5 часов импакт крот. Ну, здесь два респа на этой карте. Соответственно, всегда так появляются игроки. Так, в этот раз Тилай не через Рипера играет. Он играет 2 Марика в ЦЦшку. То есть барак Гас, 2 Марика в ЦЦ, увидим в факту, в Старпорт.
Что за билд это будет, я пока не понимаю, честно, потому что с этого билда можно и хелбат пушбу было бы сделать. Например, надо было там фактурный реактор прилетать, мариков по одной штучке строить, здесь же наоборот. С реактора марики строятся, одного гелия котевая построил разведывательного, и минки начинают строить, плюс старпорт, видимо, передроп будет это минок в какой-то момент. Так, ну что же. Стеночка утевая, гелики подстраиваются с реактором. Викинг подстраивается. Сейчас викинг начнет овером раздать. В это время 6 мариков минка на дальней базе на третьей. Минка ближе еще подходит. Королев утевая присутствует. Смотрите, королевы-то могут слиться. Давай, давай, гони их вон отсюда. Одна упала, вторая живая. В это время 3 гелика на вторую заезжают. Опять нажигалити начинается. 3 рабочих уже минус. 5 рабочих минус. Против собак ждет Тивай. Собачка пожег. Смотрите как. Ё-моё. Развел. Рабочих вернул. Зачем ты импакт? 9 потерял. 10 уже потерял. В это время и Марик, и Королев месяц здесь просто. 11 рабочих минус. Опять какое-то печальнейшее просто начало. И здесь есть кого добить, ребят. Смотрите, здесь какие дэмэджные дроны. Тивай видит их дэмэдж. Еще 3 добивает сразу же. И еще одного. И даже дропом решил пожертвовать. 16 рабов минус. В прошлый раз 20 было. Ну, посмотрим, посмотрим. Мех ли Тивай будет играть? Да, мех опять играет. Не знаю, может, бил нам было. Посмотрим, как мех зайдет. Говорит, начало для импакта опять не очень хорошее. Но в этот раз нет. Там в прошлый раз было 50, там что-то там на 30 с чем-то. Как раз на 39 где-то дронов, там 50 утевая было. В этот раз нет такого преимущества, тут цеха не так рано, 102 армори пошло. Ну, в этот раз, я думаю, оживет в этот раз импакт, скорее всего. Хотя, какую стратегию утевая и здесь изберет. Если он будет постоянно что-то заезжать давить, может быть, как бы и не особо оживет. Гелики с желтым пламенем, пока не с синим. Синий нет возможности сделать, потому что нету лабы, получается. На фактор сейчас 2 перелетят, и можно синее закать будет, и 1-1 можно закать будет. Так, ну тут гелик приедет, крипту мой чувак шатает, гоняет. 2 тора плюс еще гелиончики. На мейне овер в наглую улетает, разведывает. Ну тут... Чувак, криптер поедет, пошатал. Еще один криптер забрал, молодец. Тут королев много сразу будет, восстановлено все. Гидроден пошел, 1-1, да, Ренжи в этот раз понимает импакт, что ему ждать. То есть это мех будет, он уже тут видит все прекрасно своим овером. Чувак третью цеху занимает, но по лимиту, тем не менее, в плюсе он, смотрите. Хотел налить, ты говоришь, ты куда вообще садишься-то, ты чего? Культурным надо быть. Есть место, где гадить, ё-моё, лети он в космосе гадить, а не мне на третью базу. Сколько оверов? Уже 3 принял, да, викинг уже 3 овера принял, нормально, викинг окупился. Гелики вперед поехали, да, почему тебя синие не заказывают пламя? И сейчас разводка, кстати, идет. Гелики на 3-4, а Тор вообще на мейне, плюс еще и Ревен залетает. Торы 2 на мейн полетят. Рейвен, кстати, очень интересно, что летает в таком направлении, потому что... Так, 2 хелбат в тылу там Тивай оставляет, чтобы они сагрили королев и бейнов. Рейвен пролетает на третью базу, сейчас раз автотурель. Тут 3 автотурели есть, надо 3 сразу, мне кажется, и выставлять, не? Гелики шатают, Тивай что-то не доконтролил, отдал. Зато Тора 2 на мейне объясняют. Гидре королевам, что не надо так здесь вообще находиться, в принципе.
А чё Рейвен где, кстати? Рейвен на второй базе, автотурель одну чуть путевая всего лишь поставил. Горы бьются все еще. Собаки, гидра падают. Гидралисков надо забирать. Гидралисков что-то не забрать. И королеву-то впуснул бы. Рейвен висит, почему-то только одну автотурель кинул. Я не понял, почему только одну. На F пути возьмет, куда ты повел? Во-о-о, молодец, сообразил. Рейвена отвел, здесь две автотурели. Фокус дронов хороший пошел опять. И на третью автотурельку еще одну. И прям в наглую хочет улететь. Сего, нет, дружок, так не улетишь. И под споркой не надо было лететь. Минус Рейвен 9. КСМ-ок, правда, сам потерял. Беллингдроп я проморгал. Сейчас вот он залетел овер. Да, Беллингдроп, короче, Сева меньше выбил. У него рабочих больше все равно. Факторки работают. 1-1 грейды готовы. У Зерга также 2-2, как и у Тирана, не заказываются. По грейдам в данном случае абсолютно вровень пошли они. Сейчас Тивай закажет, например, он вообще вперед выйдет, например. Но нет, заказывает первым импакт, причем без брони. Ренжовую атаку и коготь. Вторую ренжовую плюс коготь. Ну посмотрим, во что это выльется. Синее пламя. Если Тивай заказал, лабы-то давным-давно есть. Почему так поздно синее пламя заказал, я даже не знаю. Опять здесь, кстати, беллингдропы делаются. Ну и викинг в этот раз спасет тоже. Туреток всего, что-то, ну, туретку сюда, по периметру напилил бы, и все. 2-2 грейды закал не намного позже, чем зерк сейчас. Четвертую ЦЦ-ху скоро полетит, и три макро ЦЦ-шки еще делаются. 4 ЦЦ-хи, вот что значит макро ЦЦ-хи. Оп, викинг принимает овера, смотрите. Ну не успеет он всю сбить его, блин. Ну, Тор зато прилетел. Беллинг раз минус, Беллинг второго не успел. Минус вот здесь две собаки, три КСМ. Ладно, это не страшно, овер выпилен. Здесь залет на третью, но здесь туретка есть все-таки. Здесь пораньше встретить. В это время на центре будет контроль идет против Лингов и Беллингов и Гидры геликами. Вот синее пламя прям в движении доделалось. Это минус Гидрала вот эти все. Куда-то будет импакт. Потерял здесь все. Овера минуснула туретка сейчас, кстати, он даже не долетел по ходу дела. 149, ну, 135 по лимиту. И Тивайчик плюс, и гелика танки плюс либераторы пошли. Кстати, тут Тивай стиль такой с либераторами. Другие игроки тоже добавляют, ну, как-то там, ну... Здесь либераторов именно Тивай много достаточно делает с этим выходом. То есть, по идее, у него и противовоздушная какая-никакая оборона. Вот есть у тебя там 10 либераторов, например... С метами, с грейдами, например, сверху. Опять гидра погорела. Что ты будешь делать? Сколько гидралисов ты уже отдал? 14. Ну, там штук 5 и здесь, получается, штук 9. То есть, если грейды на либераторов есть, они против земли. Просто прикиньте, танки колбаты либераторы, как они раскладывают. Плюс там торы еще танкуют, если вот несколько штучек хотя бы. И по воздуху еще они сложились, если надо, блин, если атака есть, так они даже корабторов могут отогнать, если их количество какое-никакое есть. 80 КСМ-ок, 79 дронов, у Тирана на одного рабочего больше, сейчас только импакт добавил, еще и обогнал 83, 80 по рабочим, еще по центру сбегает. Тивай 180 лимит, Тивай жгет просто. Смотрите, как он геликами постоянно работает, Тивай, с забеганиями этими линго-беллингами. Ядро. И ведь эффективно без крипа это очень даже получается. Да, гелики сливаются тоже, но они сотку минералов стоят. Юнит, которого надо разменивать, которым надо контролить. Вот, пятая цеха поперла здесь. И по 5 либераторов пошло без палева, так утевая. Fusion Core. Можно грейды продолжать делать. Можно сейчас уже, кстати, третью атаку заказать, например, на наземную и первую воздушную. Айна, блин. Сливается Тива, 10 танк кидает, 10 нормально контролит на ХГ здесь получается. Импакт 191, 158, выход вперед пошел уже. Танчики плюс викинги плюс гелики. Геликами типа как захнул вообще, вы видели, что с гидрой-то случилось? Беллингов танками в танчил. Либераторы воздух чистят, 140 на 200. Блин, какой-то мех от Тива. Ну, конечно, за начальные потери рабочих сказываются. Импактом в очередной карте и... Да, тяжело им, конечно, здесь что-то сделать. Так, секундочку, пришел, я даже знаю, кто пришел. Здесь идет замес, ребят, последний крайний замес.
сейчас ГГ напишет, а импакт, все, пишет ГГ, я выхожу, сейчас ход будет. Так, ребят, сейчас я на ход заскочу, отойду на минуту, как бы, поговорю и вернусь, тут игра сейчас начнет. 2-0, короче, Тивай повел.
готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. ТСМ готов. Кто на новенького? ТСМ готов. ТСМ готов! Нас тут выносят! Так, ребят, все нормально, короче, ко мне тут друг зашел, просто надо быстренько, ну, сейчас провожу, он на велосипеде, как бы, приехал. Надо дверь закрыть будет, и, ну, будем уже смотреть, может быть, последнюю игру этого финала. Потерялся и обратно нашелся. Здорово, Ромах ТМ, здорово всем вообще. Сам я сейчас никакой раз особо не играю, но вообще просто сам всегда играл. Сейчас я и не играю там, в принципе. Стимпак утеваю в этот раз, ребят. Через Steam у него билд. Плюс 2 барака, 3 барака, 3 цеха готово. Вот и инженерки пошли, не сильно отстает он от... Импакт. Ну вообще уровень тела демонстрирует очень неплохой демонстрирует уровень игры сейчас пока что. Может быть даже и на Близконе чем-нибудь нас удивит. Тивайчик 2-0 он ведет уже, как вы видите. Так, все, третья цеха заработала, я так полагаю, сейчас тевая полетит уже вниз, и здесь, смотри, здесь уже рабочих-то полная, минералов вообще полностью добываются идеально. Учитывая мулов, даже по зергам не приседает. Да я не за насосом, просто как бы,
Мне друг там и денег должен был, и вообще как бы надо было мне ему сказать важные вещи. Вот, некоторые сейчас. Хорошо, что заехал поэтому. Марина, спустились, минус овер, ребят. Ну, пока тут крип еще спадет, наверное, секунд 20-30 пройдет, пока цех повисит. Потому что точка сбора, кстати, на другую базу ставится. Смотрите, с мейна со второй. Все уже рабочие начинают кататься, от цехи пока не сесть. Вот сейчас можно, да, все, садиться. Теперь крип, на самом деле, вот вспомнить, как в ходе, да, он спадал, как сейчас. Знаешь, сейчас быстрее все это происходит. Двойной дропчик уже полетел от Тивая. Ну, здесь прям собак стоит и все контролят вообще. По поводу грядущего патча я уже много раз высказывал мнение свое, что ну сейчас во всех играх постоянно там патчи делают, в Доте, везде там как, все что-то переделывают, делают. Наверное, это ну процесс правильный, скорее всего. Но в StarCraft нужно быть с этим аккуратнее. А так я думаю, что там еще пересмотрят все это как бы патч этот там как и чего сделается. Мне как бы больше беспокоит момент вот этих скинов, что начали они делать. Надо как-то вот в этом направлении продвигаться, чтобы было чем поддержать, как бы, StarCraft, именно призовые всякие. А то, что там изменят баланс, там, как бы, ну, пусть изменят, пусть изменят, пусть заново все тренятся, начинают, как бы. Наверное, это неплохо. Я лично не играл пока, ну и не видел вообще, как бы, ничего на новом патче. Там у всех изменения очень сильные будут, прям реально. Не все, конечно, но большинство юнитов будет поменено. 2-2, ребят, делают. Так, погодите, армори нету. Ну, а, есть армори. А что Тива, я не понял, 2-2 не заказывает. Завтыкал что-то с 2-2 Тива. Вообще, вторая атака только пошла. Броня вторая пошла. Все нормально, 2-2 закал. У Зерга чуть раньше. И 3 эволюшена стилю импакта. Смотрите-ка, импакт, что ли, тут... Next Level Gaming StarCraft демонстрирует нам, что ли? Два танчика прилетают. Сюда, наверное, поближе надо было бы засиживаться, девать, мне показалось. Но выдал местоположение танков. Благодаря залпу этому по крипу 9 КСМ отлупиливает Тиваю. Импакт сейчас. Так, с хайграунда тут Мариков такая пачка вокруг танков стоит. Жесть просто. Ну, Тивай разводит, да Мариков-то здесь, посмотри, танки ближе, посмотрите, они как раз, вот они ренжом вот до сюда стоят, а так они вот до сюда бы доставали бы. Чуть его Тивай за хрень делает? Тупо не понял, ну, хотя ладно, посмотрим, может быть и так разведет как-то, я не знаю. Понятно, да далеко они стоят, на самом деле. Лучше бы было бы, если бы вот на этот выступ поставил Тивайчик танчики. Пошла атака, очень сильная СКГ, Марики тоже стимится, как Тивай разносит СКГ. Марики плюс танки, медиваки что-то... А чё Марики-то сидят, медиваки? Здесь Беллинги. Дропай Мариков-то, Тивай, вот, наконец-то дропать начал. Все, наконец-то танчики убивает импакт. Ну, Тивай здесь, смотрите, откатил, собак разобрал. То есть бьется он в абсолютный плюс, здесь еще импакта юниты тупят с разных сторон заходят. И вот еще тройной дроп полетел, часть пешком, а что этих-то не взял? И зачем вообще-то частью лететь? Хз. Короче, в этом направлении продолжается давление будет сейчас стиваевское. У импакта уже 2-2 милишные сейчас еще будет. И на гидру атака, и две брони у них уже есть, напомню, у гидралисков. А, это вот к этому выходу подтянулась армия, а это в другое направление будет удар, я так понял, да? Да, так оно и есть. Так, ничего в новом патче. Да на Гудгейме новости были, почитайте, ребят. То есть мне сейчас некогда искать ссылку, потому что здесь игра идет вовсю. Вот. Но они были новости на Гудгейме, переведенные. Там вообще многое вообще изменит там. И Рейвенов там, и. Там. Да вообще все юниты там изменены. Вот, Тигр 120 бросовую, почитайте. Я уж там даже все не помню, я помню, что много чего. Сейчас закончится игра, и, ну, вот матч этот, как бы, можно... Я сделаю стоп-старт и, как бы, посмотрим, что там с патчем будет. Там уже, я думаю, даже к этой новости, может, какие-нибудь правки есть, потому что там меняли что-то, там же баланс-то уже есть. Тестовая карта, можно поиграть на патче, как бы. Вот, получается. Так, в это время Тивай на 12 выход делает. Там тоже 3 медивака, минки копаются. 178-180. 3-3 грейды заказаны. Молодец, что 3-3 не медлят, потому что 3-3 это важно.
3.3 раньше, чем у Зерга 3.3, это ветерана стандарта, нужно как бы его делать. Разобрал гидру. В это время с другой стороны тоже разобрал гидру. Тивай, но все-таки... Молодец, молодец, ай-яй-яй, чуть не потерял, мне девак повезло. Молодец, импакт, что сделал грейды на гидралисках. А так, хоть одну, она уже лучше мариков разбирает, это видно. Но здесь что-то приросты подтягиваются, но как-то импакт здесь, ну, заказывался, что юнитов-то больше у него в итоге все-таки оказалось. Угас, кстати, у тебя нет. Не мешало бы ему это заметить. Королеву как унесло минками, видели? Просто зафаршировало. Так, четвертый цеха уже планетарочка у тебя, а при этом всем пятая летит на смейна, и здесь строится, блин. То есть он и прессует, и посмотрите, как развивается. Там 3-3 у импакта грейды пошли. Ну, 4 в 4 базы сейчас ситуация. В принципе, нормальная еще ситуация. Так, сейчас минка закэдэшится, еще минки капа... Ой, как прилетело по собакам жестко. Приходит тивайчик, тут цеху отменяет, разбирает всех этих линга-беллингов. Зачем-то здесь беллингов прям импакт морфит под тивая юнитами, не знаю, по лимиту. Плюс 3-3 сейчас доделается, с 3-3 попроще будет. Странно, что не делает тивай в арморе ничего, как бы. Это не тот игрок, который грейды забывает обычно делать, как бы. Это тивай, он нормально грейды штампует. Но у него не делается ни броня на технику, ни на либераторов атак, ни на что вообще. Короче, здорово еще раз всем, ребята. Помните про отблоки, отключенные, подписывайтесь на премиум, поддерживайте мой канал, естественно. Реквизит писания через плеер. Всем за это спасибо, кто так делает. У нас финал в Арди Викли. Финал в Арди Викли. Уже Бо-5, Тивай против импакта. Тивай ведет 2-0. Игры просто замечательные. Вечером у нас там... Вечером у нас какие-то другие там еще турниры будут. Так, атака от Тивая идет, но у него большая часть юнитов вообще выходит только... Вот она бежит на стиме, посмотрите, здесь уничтожено. В итоге на минке как? Минка зафаршмачила собак, остались одни гидралиски, что ж ты делаешь, импакт, там штук 30 собак минка забрала. 19 одна, 10 другая, да, я бы... 29 лингов было уничтожено сейчас, а прикиньте, если бы они были сплит от Тивая, просто царский заходит сейчас, медиваков достаточно... 3-3 Марика мародеры против гидры 3-1, ё-моё. Конечно же, они их и разваливают, эти гидралиска. У них атака всего одна. Правда, Мариков маловато, много мародеров. 42-159. Ну, вот сейчас 5 ультралов выйдут из 5 ультралами-то тут. Импакт будет готов биться, но... Тивай всегда на шаг что-то впереди. Почему-то. Потому что, наверное, он, видимо, крут. У него уже либераторов по 5 штампуется. Единственное, что здесь не планетарка, плохо, конечно. Вот он позицию занял, Тивай сверху. Либераторов будет с собой брать, интересно. Так, не знаю, почему ты не мог смотреть. Помимо тебя никто пока еще жалоб не было сегодня. У меня вот были проблемы, я сам не знаю, с чем связанные, что плеер просто не запускается мой у меня, у самого, хотя у других идет. Это да. Реклама по регионам делится, плюс, как бы, если уже хоть раз видел, она может не показываться, там, я не знаю, как бы, реклама, это такое дело. Так, дропчик полетел. Мародер 6 мариков. Здесь у нас ультра уже вовсю пачками гоняет. Рейндж либеркам. Броня на технику. Чё броня-то? Здесь уже атаку надо на либераторов делать, а не броню там делать на технику. Так, Хит Висборн, смотря ты откуда, из какого региона еще? Месторождение.
Так, забегание на ультралах на второй, ребят. Импакт, кстати, неплохо тут забегает. Пока либераторы собак минусуют, ультралы всех рабочих сбили. Остался мародер. Цеху надо поднять, ё-моё. Цеху Тилай поднимает. Депохи надо закрыть. Депохи не закрывает чуть пока. Но либератор понемножечку ультралов бьет. И здесь бой я проморгал, ребят. Здесь Тилай дал бой. И, кажется, развалился. Что-то по лимиту у него все плохо. А там еще 6 ультралов. Ну как все плохо? По боевому одинаково. 136-171. Либераторы есть в наличии, как бы. Здесь вроде ультралов отбился. Цеху необходимо вычинить. Желательно вычинить ее. И можно продолжать давление как раз. А так сейчас доделается на воздух. Вроде как. Цеху Тилай чинит. Несколько рабочих сюда пустил. Добыча пошла. Ну, вот, смотрите, стенки нет. Это очень плохо. Очевидно, что будет Зерг пытаться забегание делать в этом направлении. Здесь и Беллинг бомба еще. Опа, видит Тилай, что здесь идет вперед у нас оппонент его. Ну, гидру пожгло. Собаки пробегают. Но тут пацаны спускаются такой толпой хорошей и отгоняют этих собак. Их нафиг отсюда. Марики часть на стиме, часть без стима дерется. Все, Тилай отбил его уже в плюсе по боевому лимиту. Либераторов 10 штук здесь в атаке есть. Всего их 13. Там часть дома, видимо. Вот пошел расклад либераторов. Инфеста тут рядом ходу. Видит скан сейчас импакт. И от скана ушел. Тилай базу убивает. И все ок. А здесь аж 5 ультралов пришло. Вот так много-то. Либератор один вернулся. Надо разложить его как-то. Я не знаю. А как его разложить? Так что он перекрыл здесь все пространство. Тилай сумбузный при этом уступает. Несколько ультралов на планетарку накидываются. Там два ультралиска. Так, 160-151, что там наверху? Два либератора, видите, они оба разложены, и они... прикол в одну, да, как бы? То есть чик-чик, два раза кликнул, и в одну точку они вообще разложились. То есть даже мышка никуда не перекликнулась. Так, корапторов здесь пачка, и такая солидная пачка корапторов. Но Марики объясняют, что не надо с нулем брони на 3-3 пацанов лезть. Вот, и корапторы уходят в итоге. Пошел в замес далее, либераторы разложены. Инфестор тут пытался уйти. Ушел, кстати, Микос отхватил от этого инфестора сейчас Тилай. Но гидры не хватает, корапторов тоже явно не хватит. Ультралы планетарк пытаются убить, еще и мародер живой один. Планетарку выбили. Мамонты чертова. Корапторов в итоге Тилай забрал. Медивак всего один, это очень плохо, что медивак один. Прикрыть абсолютно нечем здесь. Рабочих просто убивает, здесь часть поджигает, все на муве как-то идет, здесь 80-74 по боевому лимиту. Марики корапторов отогнали. Последняя добывающая хата импактов. А нет, вот она еще здесь, одна ниндзя-нычка есть, может быть она спасет, кстати, зерга, не знаю. Надо улететь мародерами, чуть его это наглеет. Улетает мародерами, био еще берет, плюс еще медиваков группа дома есть. Так, 26. Ну, базов бас лишился, Тилай, посмотрите, и всех вас лишился фактически. А, вот, это в центре зато есть. Ну, КСМ-ок мало, надо хоть отсюда часть перевести, то есть на золото именно рабочими надо добывать. Нет, едут еще КСМ-ки до сюда. Еще два либератора разложены дома, чтобы никакие забегания здесь не решали. Дроны вниз поехали, да? Ультралы по центру гоняют, тоже есть такое. Ой-ой-ой, один ультрал здесь забыл. Импакт ультрала, одного минус ультралис в итоге. Здесь у нас попытка забегания. Опа, корапторы пытаются либераторов забирать. Но Тилай видит и хочет их прикрыть. Зай тоже ультралы подходит. Сейчас получат они от либераторов. Получили нормально. 130-105 по лимиту. Если Тилай заметит вот эту базу, один дроп туда сделать. Ну, ГГ импакту смело можно будет писать.
Ну, импакт сопротивляется. Что есть из армии? 6 ультралов, 6 кораблей, 6 лингов, 2 беллинга, 2 королевы, здесь 7 идиот, 7 либерат, 13 мародеров, 28 мариков, 2 мины где-то закуплены, не знаю где. Везде все вроде утевая прикрыто. Ну и, кстати, так, 2 базы уже у импакта начали добываться. А Тивай-то о них особо не знает ничего. Здесь всего один либератор, кстати, минеральную линию перекрывает почему-то. А вот Тивай дропщик делает наверх, на самую новую базу, получается, дроп приходится. Нижнюю, правую, нижнюю угол Тивая его существование так и не знает. И, кстати, выбьет он хату сейчас, похоже. Здесь нет трансфьюзов, а мародера марики не очень быстро выносят. Хата падает, один мародер остался, марики затанчили. Своими жизнями дали хату добить. Опять либераторы на центре. Опять гоняет всего импакта. Тут здесь 120. Сейчас лимит какой-то получше даже у импакта стал в какой-то момент. Все, пошел замес. Импакт решил, что пора бой давать. Ну не, куда тут бой? Либераторы просто разрубят все. Так, дрон как-то палевно здесь едет. Прям через ЦЦ-ху поехал Тиваевску. Может быть, Тивай даже догадается, что там база или нет. Нет, не догадается. Так, агрит ультралов на био. Либераторов раскладывает Тивай. Не успевает они там много прям на демеджа надавать, но... Кто-то приходит. Ой, вся добыча Тивая выбита фактически на золоте. Здесь нужно кайтить в итоге ультралов, ему пытаться разбирать. Но тут, кстати, одним био уже можно с таким количеством медиваков. Лечение есть, то есть просто кайтить и убивать ультралов, ловить пытаться получается над Тиваю. Либераторами уже можно он корабль разобрить, они на ноль тут попробуют, я не знаю. Так, СМ из 9 на золото поехали. ЦЦХ сама куда она полетела, ЦЦХ это. А вот сюда полетел. Здесь новая база, да, у Тивая. 100 на 64 боевой. Так и не видит Тивай прокси хату. Зато ниндзяничку импактов. Свой импакт продолжает здесь атаковать. Ну и 39 дронов. Видите, здесь дистанс майнинг какой-то дальний вообще идет. Сверхдальний получается. Сюда побольше бы перевел бы лучше. Но тут палевно переводить на самом деле. Вдруг заметит Тивай. Ну, а минералов не хватает пока, чтобы хату новую заказать. Здесь еще либератор пришел. Дистанс майнингу мешает. Просто бедные дроны. Газом не доехали. Не знаю, по какому принципу. Часть дронов разрывает, часть сжигает. Он не знает, что это зависит. Так, 149-102, но тиран с одной базой инкам, как вы понимаете, гораздо лучше, чем Зерк может сделать, благодаря мулам вообще. О, заметил Тивай последнюю хатку импактовскую. Импакт дронов окопал, пытается идти хату отбивать, плут попадает на либераторов на био, и Тивай выносит. Просто 80 на 140, это 3-0 для Тивая. Не знаю, сколько денег он заработает, 75-25 долларов это фиксированный призовой, есть еще бонусный там призовой, сколько на донате, плюс эти коды там бесплатные, кстати говоря, по баксу получается. Либераторы слились в корабтерах, но ультралы все разложены, и импакт понимает, что здесь нечего ловить ему, нечего. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что ему нечего здесь было ловить. Ну, а нас 600 человек, ребят, это хорошо. Так, что ставить? Чего делать? Подождите. Не думал я, что-то Тивай так без шансов импакта вынесет.